кричите-то? Чё кричите-то? Чё кричите, я не пойму. Здравствуйте. Здрасте. Скричались, что тут кричат. 15, 16, 17. А я больно вижу, у меня же не было. Я ж только подошел, у меня же не было. Я включил и ушел. И чё мне тут сидеть караулить, что ли, в конце? Нет, ни в коем случае. Поэтому решил, такой взял, ушел. Такой прихожу, кричат. Чё кричат, думаю? Сейчас запущу, чё кричать-то? Вот, ну серьезно. Так, подожди. Что-то непонятно, не открывается у меня. Ать, спокуха. Да, откроет, сейчас все будет. Здравствуйте. Здравствуйте всем, здравствуйте. Здравствуйте всем, здравствуйте. Так, это вот так вот. Так вот я сделаю, так вот. А, нормально? Хорошо. Мне кажется, прекрасно. Здравствуйте. Так, здрасте. Здрасте. Ай, здрасте. Так, это значит, здравствуйте. Это добрый день, да, прикольно. Здрасте, да, вот это, да, хорошо. Да, здрасте. Так, это раз, это два, это три. Так, смотрите, здравствуйте. Здравствуйте, смотрите. Так, время 17.00, сегодня кооператив. Сегодня у нас кооператив, вот. Поэтому, как бы, здравствуйте. Здравствуйте. Так, где Дискорд? У меня Дискорд где? Так, сюда зашел, сюда присоединился. Сюда говорю, здрасте, и тебе здрасте говорю. Здрасте. Вот, здрасте, забор покрасьте. Смешно? Забор покрасьте. Привет. Смешно, да. Короче, да. Сегодня у нас игра, которую нашел Дангар где-то там, на задворках Стима. Поэтому сегодня будем играть в нее. Вот. Кроме этого... Так, типа, если что, виноват он, да? Да, конечно, а кто же еще там? Кроме этого, скажу вам для кого-то радостную, для кого-то очень радостную, для кого-то сверхрадостную новость. Дангар, хочешь скажу новость радостную? Давай, сверх. Давай. Я включил себе эти донаты, если вам вдруг надо. Вот. Если вам вдруг надо, в описании ссылка под стримом, но читать я их во время стрима не буду, оповещений у них никаких нет, буду читать во время перерыва, если что. Вот, а если хочешь, вдруг... я тоже радостную новость включу, сообщу? Давай. А я не выключал ссылку на донаты. Даже, ты не выключал, да. Поэтому у Дангара работает давно, значит, Дангару не надо, а сюда вот... А сюда, собственно, от Дангара все переходите, тут ссылка новая, а практически никем не тронутая. Практически никем не тронутая, свеженькая такая, прям как, знаешь, как свежий помидорчик, как огурчик, такая зрелая, сочная, такая хрустящая, прям можно нажать и так... вот это... А в Дангаре она такая, знаешь, хлипкая. Вот какая, да хо... никакая вот, знаешь... она у меня убру. Вот, если хурму, сыр, смотри, да? Вот если взять хурму, вот эта, которая лежит уже на солнце месяц, она такая вся, такая мягкая, так вот как банан, знаешь, банан, открытый банан дерешь, вот он такой почернел, весь такой становится прям одна такая соля. Вот это Дангара ссылка. А вот если свеженькую хрустячую, полезную для здоровья, соответственно, вот. Бескалорийную абсолютно, без сахара, без вредных веществ, это все сюда. У Дангара, сами знаете, селедка, вискари всякие, это все там. Это я бы не советовал ни в коем случае. Большой селедочка очень вкусная вещь. Вот, вот. Для костей, для глаз полезно, между прочим. Он все вам сам сейчас подтверждает. Вот, здравствуйте. Здравствуйте. Ну так и что за игра? Прохождение головоломок. Мы попали куда-то, и нам надо откуда-то выбраться. Это я все, что знаю. Так, секунду. Наверное, по-хорошему запустить тебе ее, ну, там будет там принять, там то, что... Так, я запускаю, я просто ярлык хотят. Ищу, у меня 500 игр скачал тут на днях, поискал, чтобы было что записывать. Вот. Так, донаты, опять-таки, донаты читаю в перерыве, а во время стрима никаких оповещений, никаких этих не будет, все будет потом зачитано в перерывах, вот, пожалуйста, да. Вот, пожалуйста, да. Поэтому, а что, на английском все? Не, надо переключить на русский. Сейчас переключу, значит. Абдутинг, ретривинг, конфирминг. Так, а что, джойстиком надо играть? Клавой можно, можно. А, это кроссплей какой-то показывает мне. Угу. Так, значит, акцепт надо принять, да? Акцепт. Угу. Акцепт есть. Хорошо, прочитался на английском, быстро читаю я. Окей. Так, brightness, не знаю, конфирм пока. То есть ты говоришь, что это глаза красные у меня? Да у меня это... Ну, бывает, а что поделать? Спать охота. Не то, что спать охота. Я сегодня ходил по делам там, и вот, собственно... А дела такие долгие, сложные, тяжелые.
Ноги болят, да? Все подряд. Вот Русиан. Так, смотри, субтитры включены, размер средний, фон выключен, цвет выключен, камера обзора. А надо, наверное, 90 поставить, правильно? Ну, я на 80 поставил максимум. На 80, так, окей. Бегом всегда выключен, на корточках выключено, все сохранить. В смысле, бегом всегда выключено? А, ну да. Ну, в смысле, всегда бегом выключено. Так, включено, висинг включить, конечно же. При установке качества эффекта Bloom. Не знаю, что это такое, низкий стоит. Какая-то размытие, наверное, ебаное. Сглаживание, да, качество, на высокий, качество текстур там, высокий. Давай, Bloom поставлю, очень высокий. Сглаживание выключить, размытие ебаное есть где-нибудь? Так, окей, это вроде я настроил. А что разрешение такое маленькое? На, поставь на мерку самому. Вот так вот применить. Так, видео-аудио я не знаю. Общая громкость музыки, эффектов, хуектов. Так, нам голосовой чат не нужен в игре, да? Угу. А как его отключить? Так, просто выключить. Ай, ладно, наверное, по кнопке будет работать. Так, все, окей. А как нам с тобой соединиться, скажи мне? Так, ты все настроил. Теперь ты должен появиться у меня тут пригласить. А я тебя не вижу. У меня сервер стоит Европа, если что, кроссплей включено. У меня тоже. Может, и кроссплей надо выключить? Так, а ты, блин, добавить друга. А, кроссплатформенное выключено. Вот так сделаю. Создать в IT какая-то учетная запись непонятная. Почему-то у меня есть три друга, у которых есть игра. Может, надо We were here forever. Херфер, да, херфер. Надо в сеть просто зайти. Давай войду в сеть. Все, вошел в сеть. А, ты не в сети, понял. Так, вот я вошел в сеть, смотри. А ты меня видишь, например, там внизу есть напарник пригласить? У меня есть Натаха. А, Натаха, это ты, да? Да, это я его приглашаю. Натаха. Ну, я могу пригласить только сам себя. Почему? Почему ты можешь на меня нажать пригласить? Да? Натаха, пригласить в игру. Все отправил. Ага. Так, а то, что вот этот тут номер учетной записи, это все, ничего скрывать не надо? Да не знаю, честно. У меня пока подключение написано. Так, ваше путешествие, крепость. А, ну у тебя тоже написан номер. Ну, наверное, не надо скрывать, правильно? Или неправильно? Да. Что, да? Все нормально. Все скрывать или не скрывать? Что скрыть ты можешь? Ну, тут написано вот это, блядь, Куплинов, этот штрих-код, говорю, блядь, циферки, Натаха штрих-код. Давай, готов, нажми, не будет видно еще. Да, давай, готов, нажми. Так у меня настало готов, хорошо. О. Ничего изменять не надо пока? Пока не надо. Игра начнется через час, через два. Вот. Так, все, я переключаюсь на стрим, правильно? Угу. Блин, у меня в верхнем углу написано. Что у тебя написано? Когда ты что-то говорил. Две башни утонули валом. Что так громко-то? Властитель сломлен навсегда. Секреты тайны позабыты. И путь открыт до дома того, кто умер уже давно. Рифмуешь, блин, да? У меня озвучки нету, Дим, у меня почему-то игра звук не захватывает. А у меня есть озвучка. Беги или готовься к смерти. Да, так и есть. Увидим мы сейчас судьбу. Что уготовано было нашим гостям. Что-то как-то вот тут прям персик мне надо со звуком решить. У тебя звука нет, что ли? Ну, да. Ты сначала со звуком разберись, а уж потом свои ссылки донатные вот это суй непонятно куда. Вот, все есть. Все есть, да? Да. Вот. Так, раз, два, все, поехали. Что делать? Ты умеешь играть в нее или нет? Нет, я в нее никогда не играл. Ты же сам говорю, не играй никогда в те игры, которые можно в коопе играть. А в прошлой части ты играл? Не-а. Правильно. Так, я проснулся, у меня какая-то дверь открылась. Написано, говорить с напарником по Rise Mouse Button. Алло. Да. Алло. Алло. Не слышу тебя. Алло. Не слышу тебя. А вот так, а вот так вот. А вот так слышу. Давай тогда из Дискорда выйдем. Давай, давай. Ну не выйдем, просто замьютить звук. Да, давай. Так, проверка. Это где? Ты где сейчас сказал? Где ты сейчас сказал? Алло. Я из камеры вышел, Дим. А, ты разговариваешь со мной по рации уже? Да, по рации уже говорю. А все, Дангар, нормально слышно, нет? Проверка, а ты поговори по рации-то. Раз, два, три, четыре, пять, раз, три, четыре, пять, раз, три, четыре, пять, раз, три, четыре, пять. А, ты со мной тоже по рации говоришь, ё-моё. Все нормально, все хорошо. Так, Дангар, давай разговаривать одновременно и скажем, у кого как плохо слышно, а у кого как плохо нет. Раз, два, три, раз, два, три, раз, три, раз, три.
Раз, два, три, раз, три, раз, три, раз, три. Разговаривай. Говорю, говорю, говорю. Раз, вместе со мной одновременно говори. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Алло. Алло. Прием. Я говорю, со мной одновременно разговариваю, чтобы я звук настроил. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Но мы когда одновременно говорим, мы не слышим друг друга. Да? Ну-ка, скажи раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. А вот сейчас скажи раз, два, три. Вот говорю, раз, два, три. Дангар тихий? Сильно тихий? Так, настройки. Аудио. Громкость голосового чата. Вот, давай прибавлю. Давай вот на десятку поставлю. Ну-ка, сейчас поговори. Смотри. Блядь! Настроил, все нормально? Ёбаный в рот. Вот сейчас говори. Говорю, говорю. Да громко, подожди, настраиваю. Ну-ка, сейчас скажи. Так, говорю, 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 нормально. Вот так нормально? Нет, нормально вот так вот. Взаимодействует left mouse button, хорошо. Так, алло. Алло, да. Конец связи. Конец связи? Давай, говори, говори. Так, подожди, подожди. Где эта ебота с полем? Короче, поле обозримости я поставил на 70, потому что на 80 оно уже закругляется. Понял, сейчас тоже делаю. Так, что так светло, не понимаю, некомфортно, непонятно. Так, алло. Расскажи мне, что ты видишь, Дангар. Ты вышел уже? Ну, я зашел в какую-то комнату. Ой, я тоже открыл дверь и зашел куда-то. Тут скелеты. Короче, смысл этой игры в том, чтобы ходить и друг другу подсказывать по рации, что ты делаешь, я так понимаю, да? А, блин, когда я зажимаю микрофон, не отпускаю, ты меня не слышишь, ё-моё. Ну, так походу, да. Все понял. Ты видишь какие-то знаки? У меня тут есть три знака. Каких три знака? Треугольник, повернутый налево. У меня вообще ничего. Который стоит не. Подожди, ровно, мы можем говорить одновременно? И просто квадрат. Я не знаю, у меня открылась одна дверь, и больше я ничего не могу делать. У меня есть вот треугольник со звездой. А, это ты должен говорить, что ты видишь. Что у тебя там на. Треугольник со звездой внутри в кругу. Какие-то знаки. То, из чего состоим. Че с качеством? Че вам качество не нравится? Качество на максимум. Это сумма. У меня начало, видимо, фраза. О, подожди, а почему у меня качество только идет 360? У меня нормальное все. У меня тут качество флэшное. Когда, по крайней мере, ты начинал. Подожди, а у меня очень плохое качество идет. Ну да, я сейчас проверю. Я говорю, у тебя было флэшное, когда ты начинал. Вот, проверю, все нормально у тебя. Вот, проверю, все нормально. Перезагрузите у себя страницу, нормальное качество 1080 есть. Так, короче, я не понимаю, что. Ты что от меня хочешь? У меня тут написано то, из чего мы состоим, то, из чего состоим, и еще есть в кругу треугольник, повернутый вправо со звездой внутри. Ну, расскажи, какие значки. Какие что? Значки, значки, какие-то фигуры. Но я же тебе говорю, есть круг, в нем треугольник, а в нем звездочка. Это все одна фигура. Круг, сейчас смотри, круг. Во, работает, открыл. А мне что открывать? Сейчас найду. Мне про. А, все, у меня открылась дверь.
Обновите страницу, у кого качество плохое, потому что у меня качество есть. Дима, ты знаешь, как говорят вот эти правила прием, конец связи, парарцы и так далее? Да это мы ебанемся. Понял. Прием. Короче, у меня почему-то качество плохое, я не понимаю почему. Ну, сейчас... Сейчас, это, я сейчас стрим быстренько перезапущу и просто поменяю настройки в OBS. Да я пытаюсь включить, у меня не дает поменять разрешение на стриме именно. Ну, говорю, я у тебя смотрю, и у тебя все нормально было. Ну, у меня на одной странице показывает полностью, а на другой странице просмотра показывает только 360 максимум. Ну, может, это YouTube раступит. Может быть, не знаю. Все нормально, хорошее качество. Я прибавил, теперь сейчас начнут говорить, что у всех лагает. Или не будут говорить, не знаю. Разберемся, короче, ладно, пошли дальше. Я что-то где-то должен... Теперь ты мне что-то должен сказать? У меня рычаг какой-то, Дим. Я еще куда-то прошел, у меня тоже есть рычаг. Вот потяни его и перебеги быстро. Я не успел. Сомневался. Не смешно. Все, я успел. Я просто сначала подождал, а потом только побежал. Так, теперь у меня теперь есть три символа. И у меня есть сзади рисунок. У меня также, только у меня почему-то один символ поломан посередине. Так на столе лежит. Мы в одинаковых комнатах находимся или нет? Наверное, да. Ну вот смотри, у меня есть три символа на двери, чтобы открыть. И у меня есть рисунок напротив двери. У меня напротив двери, давай, круг. Потом раз, два, три, четыре, пятиугольник. И ромб какой-то, типа кристалла. У меня нет таких значков. Это может быть для каждого свой, потому что у меня вот те, которые у меня нарисованы, они есть. А какие у тебя, скажи? Трапеция, полукруг и молния. Да, блядь. Какие у тебя символы, еще раз скажи? У меня пятиугольник, круг и кристаллик. А, все, да, это твои символы. Их просто не по порядку нужно вводить. У тебя какие, повтори тогда? Трапеция, полукруг и молния. Что, нормально сейчас качество или нет? Потому что ты все прибавил. А, вот, есть, я нашел. Или ненормальный, алло. Настройка качества поменять? Какое качество? Все на очень высоком включено. Чего мне нравится? Чего не нравится? Все же включено, нет? Дим, что там у тебя? Я настраиваю качество. Ага. Так, ну я прошел дальше. Да. У меня теперь есть факел. Да, у меня тоже. Я зажигаю какие-то тут... О, нашел что-то. Это ты, что ли? Смотри, дурачок, назад повернись. А, это, подожди, это не ты. У тебя есть какой-то дурачок пробежал? Ой, опять тут знаки. У тебя робот там пробежал? Не видел, может, пробежал. В закрытую дверь. Не видел, не видел. Так, все, тут можно зажигать факелы. При ходьбе падает качество, я не знаю, что у вас качество падает. Блять, а зачем я разговариваю в тебя, когда мне не надо в тебя разговаривать? Да ладно, ладно. Короче, я тебе говорю символы, нашел свои эти кругляшки? Да, нашел, сейчас подойду. Говори. Так, у меня, короче,
Блять. Шестиугольник, квадрат и в три стороны палки. Все, открыл. Теперь я тебе говорю. Говори. У меня треугольник. Какой? Это шести. Раз, два, три, четыре, пять. Да, шести и полумесяц. Вниз который. Все, прошел. Угу. Но если мыло при ходьбе, то это YouTube. Если у вас нет большого качества, то обновить страницу попробуйте или что-то еще. Назад, назад! Почему, почему? А! Здорово. Здорово. Так, все мы нашли. Отпустите кнопку для эмотикона. Ты нажимаешь кнопку? Пойдем. Все, пошли. Может, по Дискорду лучше, а то это рация дурацкая, блин, какая-то. Так это будет неинтересно тогда, никак в игре, прям не по-настоящему. Ну ладно. Удерживай. Так, я выбрался. Прошли. Я спасен. Ой, я тоже, отлично. Да, скучную нам Дангар игру нашел. Я в какой-то новой локации. По лестнице поднимаюсь. Аж все лагает, блядь. Для змей масштаб нажмите маус бутон 3. У тебя лагает все? Да уже вроде нормально пролагало. Дангар матерится, да, как сапожник. Так, я нашел зеленый ключ, я прошел вперед, я открыл. Подожди, я еще иду. А у меня не подходит ключ. Может, мне его тебе надо как-то передать? Нет, зеленый ключ, зеленая дверь у меня была. Так, стой, 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 я тебе сейчас ключ отправлю, возьми. Вот, к тебе ключ едет. Так, подобрал. Сейчас, подожди, я еще один этот перезапуск делаю быстро. И мне мой потом положи. Сейчас я еще раз перезапущу. Угу. Вот так пойдет? У меня все время нормально было. Я вот сейчас открыл на весь экран, смотрю, у тебя нормально и до этого было. Ну, я не знаю, но тут у всех по-разному. Просто у меня в одном месте есть косяк, в другом нет. Все, говорят так идеально. Так, что тебе надо отправить-то? А, ты открой дверь сначала свою. Так я уже стою напротив тебя. Так тебе надо ключик положить мой. У меня ключик зеленый. А. У нас оба разных ключа. Да, да. Теперь отправь мне мой ключ. Положи его, я его заберу. Набери. Во, работает все, пойдем. Ой, что у тебя там? Да ничего такого. Красный ключ надо. Красный ключ лежит у меня за стеной. У меня прям головоломка целая тут. Ну, в смысле, 4 сейфа? Тебе да, надо, да, да. Короче, мне пароль для сейфа найти. Так, кажется, я понял, что делать надо. Ну, тебе нужно сказать мне 4 комбинации для крутилки. А где я их увижу? Ну, если ты не увидишь, я не дам тебе красный ключ. Вот, ты что-то крутанул, рулетку какую-то. Я ничего не крутил. Так, подожди, дай-ка я сначала сейчас свою головоломку пройду, потом к твоей пойдем. Но у меня тоже есть какая-то головоломка.
что-то двигаешь сейчас, или я что-то один двигаю? Так мы вдвоем сейчас двигаем, или что? Да-да-да-да, вдвоем почему-то. Дим, подвинь. Так подожди, нам нужно вот эту корону загнать наверх. Ты свою корону перетащи направо, направо, а потом банку перетащи налево вниз. Да, ну сделай налево, подвинь свою пока на минуту. Какую? Которую ты держишь сейчас. Эту? Да-да-да, сейчас. И что ты, блядь, сделал? Не знаю. Тащи вот эту шапку в самый низ. Какую шапку? Которая справа, вот шапка шутовская. Тащи вниз. Потом корону еще вниз. Потом пузырек направо. И? Направо пузырек в самый конец. Мою нижнюю левую тащи. Нет, тащи пузырек направо. Теперь тащи корону наверх. Теперь. Эта шапка, она лишняя получается, правильно? Не-не-не-не. Теперь протаскивай шапку понтифика наверх, я протащу корону вниз. А я не могу вон ту самую нижнюю выбрать. А это моя, потому что. Давай, двигай свою теперь. Ну, делов-то, все так просто оказалось, ну? И что случилось? Okay. Да, блядь, подожди. YouTube, сука, подожди. Этого Elden Ring началась. Сейчас еще раз перезапущу. У меня, короче, с прошлого раза остались настройки трансляции для максимального этого, максимально маленькой задержки. У меня раньше всегда стояло качество 2К, и, соответственно, настройки все ставили под 2К. Сейчас у меня опять стоит минимальная задержка, но здесь, если ставить на 2К качество, получается, короче, на YouTube постоянные пролагивания. Потому что битрейт большой, а качество маленькое. В итоге я сейчас сначала убавил битрейт, потом убавил качество, и мне говорят, у тебя, блядь, большое разрешение, убавь разрешение, я убавил разрешение, говорят, у тебя большой битрейт, убавь битрейт. Сейчас я убавил битрейт, сейчас все должно быть нормально. Правильно? Понятно все. Непонятно тебе ничего? Понятно, наоборот, понятно. Теперь-то нормально, нет? У меня опять, я не знаю, все, мне кажется, это ладно. Так, что у тебя происходит? Я нашел какую-то... У меня происходит пиздец со стримом. Поехали дальше. Я не виноват в расплытии при движении. Давай, может, реально в Дискорд нахуй? Давай, давай, давай. Да потому что это бред какой-то. Я говорю, когда у тебя там ты не можешь говорить, наоборот, ну блин. Да, говорю, хуета какая-то. Ну не нажимай правую кнопку просто в игре, да и все. Теперь можем одновременно с тобой разговаривать. Чатик, у тех, у кого у Димы стрим выключился, просто перезагрузите. Перезагрузите страницу в конце от концов, ну. Да-да-да-да-да. Перезагрузите стрим-то, ну напишите там, чтобы стрим перезагрузили. F5, пишите F5, 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 F5. Спасение, спасение, F5, F5, F5. Обновить, F5. F5, F7. Сохранить загрузка. Так, смотри, короче, чё? А, толкнуть. Так, я толкнуть смог, подожди. Я толкаю. Что? Я ничего не могу толкать. И у меня тут ключ, я пытаюсь его толкать. Только куда толкать, у меня ничего не получается. Так, а Дангар сейчас нормально, Дискорд работает, и звучит плохо, Дангар? Да не, ну вначале было нормально. Прибавлю тебя, ладно, так и быть. Угу. Так, все, ладно, поехали, смотрите. У меня есть, короче, ключ с красным треугольником, точнее, замок, и замок круглый красный. У меня есть сейф, в котором круглый красный ключ и 4, блядь, крутилки. Вот, у меня не... А, подожди, стой. Вот ты сейчас нажал, у меня начинает крутиться. Я ничего сейчас не нажимал. Давай, давай, Дим, ты что-то сделал только что. Ты подошел, видимо, к нему. Вот так сейчас работало у тебя? Да. Ну и что, куда тебе надо подставить, что?
О, у меня заново пошло, подожди. У тебя сколько? Да, у нас маленькое время. Что у нас? Чтобы решить загадку. Какое? Короче, ты что-то делаешь, у меня постоянно какая-то рулетка крутится. Где крутится? Вот я сейчас кручу, у меня здесь 4 крутилки есть. Вот я кручу сейчас левую и верхнюю. А-а-а, ничего не, подожди, стой. Да не крути так часто ты ее. Может, мне просто вниз прыгнуть? Не нажимай на эту правую. А, блядь, я по привычке. Смотри, Дим, тебе надо ее прокрутить. Крути левую верхнюю. Докуда? Один раз. Раз. Надо попасть, чтобы она была правильно выбрана. У меня нет дальше никаких... Два. Еще подожди. Чтобы включить 440, нужно переключать весь стрим, вообще перезагружать. Это отдельный стрим будет, это неправильно. Следующую. Раз. Угу. Еще? Не, подари, подари. Тут просто каждое время она прокручивается. Еще раз. Так, кому скучно, тот со стрима, соответственно, выходит. Выходит, ждет веселого стрима. Сегодня на стриме будет это. Сегодня головоломки у нас. Да, головоломки. Дангар сказал, что это очень веселая игра, что обосраться... Я не говорю, что это веселая, я говорю, это головоломки, как ты любишь. Я не люблю... Кто тебе сказал, что люблю головоломки? Ну, что там у тебя? По-моему, мы что-то не то делаем, подожди. А ты, я пойду поищу еще. Да у меня больше ничего нет. У меня вот есть две двери и крутилки. Еще я могу что-то толкнуть, но сил, походу, не хватает. А толкнуть куда? Да это какой-то, блядь, непонятный ящик. А, Дим, я понял. Все. У тебя, вот смотри, я тебе сейчас положу. Куда ты ничего положишь? Вернись туда. Где, помнишь, я прокручивал? Ну и что? Тебе она подходит или нет, вот это вот я тебе отправил? У меня такого нет никуда вообще. Чё у тебя-то есть? У меня есть какая-то рулетка, я не понимаю. 3-4 лампочки, рулетка. На этой рулетке нарисован... Лампочки хоть раз у тебя загорались? Нет, ни разу. Нарисована кофейная... Как её? Кофе, ракушка, но это не шарик. И? Улитка. У тебя где-то должны быть какие-то цифры, потому что это мой сейф. Я себе кручу 4 крутилки, у меня открывается ключ. Ты мне должен сказать либо 4 цифры, либо 4 чего-то еще. Сейчас посмотрим. А-а-а, все, я нашел, Дим. Так бы сказал сразу. Я тебе так и сказал, что 4 да у меня. Ты никакие крутилки. Я говорил, вот в чате не спроси, говорил. Я говорил, 4 крутилки у меня, надо покрутить. Давай, первая на... так. На нижнюю правую, ну вот, верхнюю левую. Давай с нее начнем. Ну, верхняя левая. На нижнюю правую. Или на 5 часов. Правой. Ну, нет, там... Нет, это, подожди, это у тебя не та. А, у тебя... Тебе надо говорить, сколько у тебя обозначений на этом, на кружке, вот на первой, или сколько? У меня здесь есть 12, 2, 4, 6, 8 и 10 часов. Вот у меня 6 точек. Понял, наверх, наверх. На 12, ну. Вторая, точнее, справа верхняя. Что там? Нет. У тебя нет правой... Подожди, у меня почему-то... Смотри, у меня тут... 5 кружков, тут 4 кружка, тут 3 кружка, а тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. А у тебя везде одинаковое количество, да? Да. Ладно. Блядь, если бы с ним куда-то попали, мы бы сдохли здесь нахуй уже. У тебя, вот смотри, я тебе перечисляю. Как играть в такие игры, Саш, слушай меня внимательно. Я зашел в комнату, в новую, после ебаной головоломки с коронами. Да, да, да. Я захожу в комнату, у меня здесь есть... Запертая дверь, на ней, блядь, кинопленка с цифрой 1 и красный ключ с ромбом. Но она закрыта шкафом. Написано «толкнуть», я нажимаю «толкнуть», нихуя не происходит, потому что, судя по всему, я играю за дрища, и у нее не хватает сил. Давай, короче. Дальше. Нет, подожди, нет, потом, чтобы я не говорил, что не говорил. У меня еще есть запертая дверь, на которой висит красный треугольный замок, и еще есть запертая дверь, на которой висит красный круглый замок. Еще у меня есть сейф,
В нем внутри лежит красный круглый ключ. Рядом с сейфом у меня 4 крутилки круглых. Я так понимаю, что нужно поставить их на определенные значения, и у меня откроется сейф. Давай, давай. Где у тебя 4 крутилки? У меня тоже есть сейф твой. Только почему-то на этом сейфе у меня, не как ты говоришь, у тебя там 12 часов. Да нет, у меня 12 часов. У меня вот, ну, как будто заклепки. 6 заклепок на каждом кружку. Вот у тебя 6, а у меня почему-то на, только на одной 6, а на остальной на другой 3, на другой 4, на другой 5. Ладно, давай, на первый сколько у тебя? На первый у меня 5 заклепок. Это левая верхняя. Да, 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 левая верхняя. 2, 3, 4, 5. Дальше, правая нету верхняя. Давай так, если что, нету нижней. Нету нижней заклепки. Я сейчас ее подберу. Правая верхняя. Я понял. Да, короче, давай, Дим, первую ставь на 5 часов. На 5 часов? У меня нет 5 часов, есть 4. Я тебе говорю, скажи мне, что у тебя на правой верхней этой. Представь, что у тебя есть часы. Да я в курсе, что у меня есть часы. Но поставь на 5 часов. Но ты же сам сказал, что ты не разбираешься в циферблате. Да разбираюсь я, давай, поставь на 5 часов. Да у меня нет 5 часов, я тебе говорю, есть 12, 2, 4 и 6. В смысле 12, 2, 4 если и 6? Если ты мне предлагаешь представлять циферблат... Давай 4, на 4 ставь. 4, давай, ставлю 4. Следующую ставь на 2. На 2 поставил, ладно. Следующую ставь на 7. Это 8. 8, окей. И следующую ставь на 12. Нихуя. Нет, что-то заработало. У тебя заработало? У тебя открылся сейф? Вроде бы. Нет. Ну, вот так заработало? Если так, то это я трясу просто дверку. Ничего не работает. Я просто пытаюсь понять, где работает. У тебя пишут на столе символы им с кружками. На столе. Уже даже чат разобрался, как в нее играть. У тебя на столе? Я не знаю, у меня на столе символ с кружками. Вот, блин. У меня, ебать, у меня на столе ничего нет. А где у меня на столе? На каком столе? У тебя на столе. У него там на лестнице стол, а на столе бумажка. Там стрелки пусть скажет. А, все. Да ну вы не, ну так нельзя, говорю, вы что, ну нельзя так, ты нельзя должен внимательно делать, все обойти сначала, посмотреть все загадки, короче, перечислить. Все, нельзя так. Так как-то давай, как ты, ты встал, уперся в лбом в стенку и плачешь, или что? Первую наверх. Первую наверх. Ну. Да. Вторую на низ лево. Ну. Третью наверх право. Часы нахуй, да? Ну как, вот я тебе показываю, как стрелочками тут показывают. Ладно, давай. Последнюю на низ справа. Не работает. А работает, блядь. Вот, ну, внимательно, блин, внимательней же надо быть. Я тебе говорю, сколько кружков у меня. Тебе нужен... Вообще, чатик, нельзя такие вещи подсказывать. Тебе нельзя, нужен... Бан вам. Это тебе, чтобы ты понял, как в нее играть. Я что-то нажал толкнуть. А, все, я еду к тебе. Куда ты едешь? А, едь ко мне, все, поехали ко мне. Тебе нужно... Вызови лифт к себе. Тебе нужно помочь мне отодвинуть шкаф. Я дрищ. Как я лифт вызову? Ну, вызвал, что ты не сел-то в него? Так ты мне нужен, я тебе там не нужен. Давай, вызывай. Поехали. Сейчас вот, блядь, крестом тебе надаю, нахуй, чтобы ты внимательнее потом по сторонам смотрел. Что ты мне за фильм привез? Порнуху какую-то? Пошли шкаф толкать. Этот шкаф надо толкнуть. Нажимай. Толкаем? Да. Вот, о, видишь, как нормально. Легко. А еще с один не можешь сделать, а? Вот. Ёбаный в рот. Так, я беру пленку с номером 1 и красный ключ. Почему ты пленку берешь? Ну ладно. А, еще одна пленка валяется здесь в ведре, который ты мне прислал. А, ведро уехало к тебе. Я ее набрал, да-да-да. У меня в итоге. Так, не бегай, не топчи здесь на моей локации. Так, на тебе ключ я отдам. Как выбросить ключ? Дим, сейчас приеду. Да подай, ключ возьми! Давай, да. Ключ, как я тебе его передам? Не знаю. Как ключ передать? Брось его. А как бросить? Д, дроп, Г, Г. Нет. Как бросать? Так, сейчас я в настройках посмотрю. Настройки, клавиатура и мышь. Прыжок, бег, эмотикоин, инвентарь слева справа, действие разгар всегда с факелом. Инвентарь, а справа-слева, взаимодействовать. Нету такой кнопки у меня. Находится. Короче, положь сейчас ведро, я сейчас ведро. Все, давай, пришли мне ведро. Пиздец, как нельзя было, как можно было не добавить в игру возможность передать предмет. Тебе нужен такой ключ-то или нет? Какой? Вот, типа, ромбиком.
У тебя должна быть дверь с ромбиком. Да, 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 ты наверное, даже не зашки, у тебя двери есть, серьезно? Да, нужна. Ты позвал меня играть в логическую игру и даже не знаешь, что в ней делать. Как так можно? Забирай. А ты кого знаешь, а? Я тебе объясняю стратегию. Заходишь в новое помещение, сразу рассказываешь, что у тебя есть. Я тебе рассказал, что есть. Ты даже символы на столе не нашел. Ты даже не знаешь, что у тебя дверь есть с таким замком. Да подари, сейчас ты еще не найдешь. Сидит там. Ой. Сходи на его локацию, реши за него все эти, что ли? Все головоломки. Так. А я что, здесь все, что ли, решил? Открыл. Ну и что? Да, какой все, подожди. У тебя есть треугольный ключ где-то красный? Подари, я куда-то еду. Подари, что-то тут не тодим. Все, я еду. Я еду, все, бойся. Куда ты едешь? Я еду к тебе. Смотри, что я тебе рассказываю, чтобы ты понимал. Иди наверх, поднимайся. Налип по лестнице. Все, я пришел с крестом. Наверх, да. Это что у тебя за магнитофон? Почему ты сказал, что вот, у тебя есть магнитофон? Я тебе говорю, рулетка какая-то. Какая, блядь, рулетка? Ну подойди, она крутится. А, все, она теперь не крутится. Вот, крутится постоянно. Ай, так, это наверх. Мы решили. Сейчас, подожди, да, ты половину пропустил, скорее всего. Я схожу к тебе в начало. Все, не надо начало. Пойдем наверх. Так, это у тебя этот лифт. Книжка у тебя есть. Все, вот, в книжке написано, вот куда нужно было ставить. Ну, давно надо было про это сказать. А дальше я вот что? Это тебе объяснял. Так, это куда едет? Это к тебе. Это вон туда куда-то едет. Это пока мы не решили. Куда? Сейчас я еду проверим. Это, блин, да куда ты поехал-то? Я не знаю. Это вниз, все, окей, я приехал вниз. Да, да. Здесь да, надо да. вдвоем толкать рычаг. Так подожди, мы тут еще не решили загадку. Подожди, я сейчас посмотрю сначала. Нам нужен желтый ключ, во-первых, запоминай. А я зачем сделал ночью? Еще что-то красное нам нужно. Так. Желтый ключ у меня вот здесь вот лежит. И тут лежит также какая-то, какой-то механизм. Что у тебя сейчас на рулетке? А-а-а. Давай. Первое, этот должен быть кофе. Кофе, допустим. Дальше. Потом ракушка удлиненная. А, это не потом для того. Кружок. Подожди, не для этого. Вот, одно у меня загорелось, лампочка. Все отлично. Не понимаю. А что? Сейчас? Все, сейчас все обнулилось. У нас есть таймер. Полминуты где-то, наверное, минута. Полминуты. Надо успеть все сделать. А что ты все тыкаешь-то? Я проверяю. У меня, короче, что у тебя сейчас на рулетке? Давай говори. По порядку давай. Быстрее. Кофе. Кофе. Удлиненная ракушка. Быстрее. Кружок. Быстрее. Ракушка улитки. И треугольная ракушка. Какой, блядь, ракушка улитки. Ну какая? Ну ё-моё, запоминай. Эклер, какашка. Сам кофе, ты эклер, блин, а? Бомба. Какой это эклер? Это рожок тогда, не эклер. Ладно, пусть будет рожок. Смотри, определимся. Рожок, какашка, кофе. Какая какашка? Ты где какашку-то увидел? Блять, посмотри на эти ракушки и подумай, какая из них больше похожа на какашку. Никакая. Так, чат, объясните человеку, блять, как выглядит какашка. Удлиненная ракушка, это у тебя какашка, что ли? Который рогалик. Ой, блядь, рогалик. Который, ой, рожок, рожок который, блин, а? Бля, Дангар, пирожок. Я тебе объясняю. Есть рожок. Вот. Давай по методу исключения. У тебя рожок есть? Да, рожок. У тебя мороженка есть? Да в смысле, рожок и мороженка? На палочке, мороженка. Эскимо у тебя есть на палочке, мороженка? Эскимо? Ну, кофе, что ли? Мороженка. Мороженка, блядь, на палочке. Да какая мороженка на палочке, ты о чем? Нет мне мороженки у тебя на палочке. У тебя сколько символов? 6? 5. Как, блядь, 5? Вот так. Подожди, у тебя есть ракушка от рака, креветки, блядь, какая-то. Вот со спиралью есть ракушка у тебя такая, да, закругленная? Да, это улитки, я говорю, ракушка. Бомба улитки. Есть у тебя? Да. Кофе есть? Да. Рожок без палочки. Ну, рожу, да. Вот какой-то фалоимитатор, похоже, есть такой у тебя? Чего? Рожок, ладно. Рожок. Отправьте Дангару в стрим какашку в чат, пожалуйста. Он посмотрит, как она выглядит. Последнее что, какашка у тебя?
Треугольная. Треугольная ракушка треугольная. Какашка, запоминай. Это какашка. У нас слишком, это не какашка, у это нас слишком много ракушек. Треугольник, треугольник. У нас слишком много ракушек, чтобы запоминать каждую из них. Ладно, давай, давай. Сейчас, давай, подожди, нет, рано. У меня сейчас таймер зайдет. То есть у тебя нет эскима на палочке, правильно? Все, поехали. Да. Кофе. Кофе. Рожок. Рожок. Бомбочка. Бомбочка. Улитка. Улитка. Какашка. Какашка. Неправильно что-то делаем. Подожди. Короче, подожди. У меня каждый круг часов меняется картинка. Вот сейчас у меня стоит кофе. У тебя кофе чем-то выделяется? Стой. Стою. Где у тебя стоит, не понимаю. Да у меня здесь ходят часы, и каждый, короче, круг часов... Тогда вот, когда я что-то делал, давай первое, чтобы кофе осталось. Вот первое кофе сделай. Нажал. И ждем, когда вот пройдет таймер, и загорится лампочка, наверное, у меня. Наверное. Я так предполагаю. О, да! Отлично. Следующее — рожок. Рожок. Может, тебе тоже где-то что-то нужно менять? Потому что у меня все это время показываются другие символы. Дальше. Нет, Дим, стой. Стой. Ну вот давай так, давай вернись, посмотрим, у кого что. Ты посмотри, что у меня, я у тебя, потому что вот я что-то не вот смотри, понимаю. Ладно, давай, ты что-нибудь нажимай. У меня сейчас тебе показывает ракушку вот от жемчужины. Типа вот жемчуг, который находится. Я понял, она последняя у меня. Я не знаю. Вот сейчас у меня будет другая, смотри. Подожди. Теперь у меня ракушка от улитки. Да я к тебе еду, а. Зачем ты ко мне едешь? Что посмотри, что у тебя там? Я не понимаю. Короче, нам говорят... Ты где, наверху? Да. Вот, нет, вот здесь загадка, вот она. Вот смотри. Не подсказывайте в чате. Вот смотри. Да, да, не начал подсказывать. Вот у меня каждый круг... Меняется картинка. А у тебя вот эти зажигаются или нет? Ничего у меня не зажигалось. Я их могу просто толкать. Ага, у меня вот это нет. Вот. Которое... Это эскимо. Эскимо, блин. Ты вот попробуй найти среди остальных эскимо, блин. Все, стой, стой тут, я поехал назад. Давай. Музыка здесь, конечно, угрюмая. Да, 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 такая. О, о, она что-то поднялась. Так, где была эта загадка у тебя? Это что такое? Да, она внизу была. Все, как при... вниз самый. Это вот то, что я тебе пытался объяснить, как открыть твой сейф. Во, видишь? Че вижу? Он пришел так к этой штуке? Пришел, да. Смотри, я нажимаю на кофе сейчас. Вот, нет. А почему на подожди, тебе, может быть, надо меняются? Успеть за это время всю комбинацию нажать? Мы это делали уже. А вот лампочка у меня загорелась. Вот. Я ничего не трогал. Сейчас почему-то бомбочка у меня горит. Лампочка не погасла. Не очень понимаю. Нажимай какашку. О, кстати, она у тебя какашка. У меня она вообще не какашка. Какашка такая же точно у тебя здесь. Да нет такой какашки. Ты смотришь наверху, наверное. Я внизу смотрел на кнопки. Я смотрю на твою рулетку. Здесь 5 значений. Давай тебе что нажимать? Какие нажимать? А, я понял. Все, Дим. Я все понял. Все проще, оказывается. Так, что у тебя сейчас... Видишь, у тебя внизу нарисованы кофе и так далее, да? Ну... А, у меня высвечивается кофе. Ты говоришь, что находится над кофе. Вот стрелочка вверх показывает, что там. Все, давай. Давай, сейчас у меня треугольная ракушка. Что над ней? Какая треугольная ракушка? Ну, треугольная ракушка. Жемчуг? Внизу, внизу. Жемчуг? Да, жемчуг. Поздно. Блин. Что у тебя быстрее? Давай, теперь у меня рожок. Эскимо на палочке. Сейчас проверим. Загорелось. Во, давай, сейчас дальше ждем. А бомбочка? Какашка.
Работает. Во, какой я умный. Рожок. Здесь это кофе. Ракушка из-под жемчуга. А улитка? Ура! Все, что случилось сейчас? Открылась дверь. Какая? Я могу взять... я ключик желтый взял. А, так мы пройдем друг напротив друга, что ли? Да. Ебать. Открываю. Кого открываешь? О! Ну это мы срез открыли, это не то. Нам нужно понять, куда идти. Теперь надо понять, что вот это верхняя хрень. Смотри, Дим. Сейчас иду. Я не знаю, что это такое. Это где? Для этого где-то нужно найти загадку. Пойдем искать. Нам вообще нужно сделать перерыв, во-первых. А не рано? А, ну хотя да, ну, там 50 минут прошло. Настраивал, да-да-да. Давай, давай. Так, ты пока делаешь, ищешь загадку, я пока читаю эти, правильно? Давай, давай, да-да-да. Сейчас так, я найду. Наверх можно подняться или нет? Тебе выключить микрофон или ты будешь слушать? Выключай, да, выключай. Или ты будешь слушать? А выключай что-то, да? Ладно, все, выключай. Я пока сам тоже поболтаю, пока. Все, выключил микрофон, Дангару. Так, значит, смотрите, смотрите, смотрю. Не понимаю, где начало, вот. Сейчас найду. Вот, нашел. Значит, собственно... Товарищ ЕГР, спасибо за 500 рублей. Товарищ Владислав из Г. Череповца. Привет, смотрю тебя давно, очень нравится твое творчество. Здоровья тебе, Дангар, от меня жму руку. И привет передавай, тоже классный чел, но ты лучше... Да, спасибо. Да. Фогрик, спасибо. ЕГР, как дела? Спасибо, хорошо. Так, Ира Привалов, спасибо за 1000 рублей, мажоры в чате. Смотрю, уже 5 лет, в полном восторге. МТВ лучший, спасибо. Так, Т34, спасибо. Аноним, спасибо. Анастасия, ты понимаешь настроение, спасибо большое тебе. Анастасия, тебе тоже спасибо. А, Мирон Анси, спасибо, всем счастья желает он. Доминика, Что тебе от меня надо? А, привет, счастья, здоровья, удачи, с Новым годом. Спасибо заранее. Так, Олег, Что, блядь, тебе надо? Чего ты от меня хочешь? Каминурс, давай пока поиграем, а? Я отошел, меня нет. Так, что-то меня отвлекает. Так, на чем я остановился? А, Доминика, спасибо. Олег, спасибо. Анна Игнатьева, спасибо. Стикс, спасибо. Брюс Уэйн, здравствуйте еще раз, Брюс Уэйн, мажоры в чате. 5000 рублей, спасибо. Алексей, 2500 рублей, спасибо, мажоры в чате, просто спасибо. Спасибо, Алексей. Кукумбер, 1000 рублей, спасибо за твой контент. Любим тебя, здоровья тебе и твоим близким. Спасибо, Кукумбер. Ахпер, по-братски сделай стрим по Elden Ring. Обсуждается вопрос этот пока что. Так, Вики, это я тоже Димакс. Кстати, здравствуйте, да. Спасибо тебе за веселое детство. Я почти вырос в твоих видео. Я до сих пор помню, как ты играл в первый FNAF, Rust и нах... А, Happy Wheels. Желаю тебе здоровья, и ты очень трудишься над каналом. Спасибо. Так, Катерина, спасибо за стрим, спасибо. Рома Полянский, 3000 рублей. Мажоры в чате, я люблю тебя, Пима. А Дима пишет мне Рома. Бутхарна. Анастасия, спасибо. Спасибо вам большое за то, что делает мир немного светлее своими прохождениями и шутками. Кооп стрим — отдельный вид помощи от стресса. Если бы не стримил, не видел от вас, то не смогла бы спать. Хорошо спи, сладких тебе снов. Так, Бубила, спасибо, привет. Хочу станцевать с тобой под дождем медный танец, потому что ты такой красивый, и твое пузо хочу щекотать. Так, под дождем опасно, потом будем болеть соплями, нельзя. Павел Сергейчук, спасибо. Спасибо за интересный контент, спасибо. Так, Зефирка, привет, Дима, здравствуйте, Зефирка, спасибо. Мэри Миллер, 333-33, оставайся таким же плюшевым человеком. Нет. Элёк, спасибо, удачного стрима, спасибо. Так, Аноним, спасибо. Олесь, хорошего стрима, спасибо. Привет, здравствуйте, спасибо. Лаки Пав, привет из Читы, здравствуйте, Чита. Так, Лина, спасибо огромное за ваш труд. Дмитрий, заряжайте позитивом, поддержите трудные моменты, как никто другой, спасибо. Никитос, 37, привет, ты самый лучший стример, твое хуета, это шедевр, ценю, уважаю, ты учишь нас малых правильно жить, спасибо. Спасибо. Алинка, Малинка, 1000 рублей, спасибо большое за настроение, спасибо, мажоры в чате. Мария Маркова, Дим, спасибо за видосы, они всегда поднимают настроение, спасибо. Так, Роман, смотрю видео, ты классный, спасибо. Ким, значит, привет, Дим, удачи на стрим, будешь ли проходить игру Dead Out и Home Sweet Home эпизод 2. Не знаю, не планирую ничего пока что. О! О! Спасибо за хорошее настроение. Очень богатый, спасибо.
Аня, спасаешь от грусти любое время без смс-регистрации. Спасибо большое за твой труд. Пожалуйста, да. А, Вульф Дэм, Куплинов, здравствуйте, хорошего вам стрима. Ауф, говорит нам Вульф Дэм. Спасибо. SH Project, приветствую. Хотел пожелать тебе хорошего настроения, хорошего проведения стрима. Спасибо тебе за свое старание и контент. Продолжай в том же духе. Да, смотрю тебя еще при Петре Первом. Да, помню, тогда еще было тяжко, короче, но старались. Елена Слав, привет из Крыма. Здравствуйте, Елена, спасибо. Так, Никита Ноусаги. 2 года ждал суперчат, чтобы написать. Это мой первый донат. Вот что хочешь думать. Чистая правда. Благодаря тебе я узнал много об этой жизни и понял английский язык. Спасибо за все и удачного стрима. Спасибо, Никита. Так, Чипчилинка на хурму. Спасибо. Джули Ли. 1000 рублей мажоры в чате. Смотрю тебя с первого Outlast. Эх, это было словно вчера. Ну, почти, да. Аниме Моуворлд. Здравствуйте. Смотрю тебя очень давно на твоем стриме впервые. Большое спасибо тебе за твои видео и эмоции, которые испытываешь при просмотре. Хорошего настроения и удачного стрима. Спасибо. Так, Рик Санчиш. 1000 рублей мажоры в чате. Писярик, спасибо за все, пожалуйста, да. Стас плюс Оля. Дружище, пожелай нам любви, моя девушка тебя обожает смотреть. Любви вам, Стас плюс Оля. Стас Оля. Так, Ильдар, если ответишь, я сдохну от счастья. Живи, Ильдар, не надо, спасибо. Так, Серега, удачи тебе, не бросай канал, мы тебя поддержим. Спасибо, Серега. Антонин, спасибо. Аркадий, значит, всем хорошего дня и приятного просмотра. Спасибо, Аркадию, скажите. Алекса, 1000 рублей мажоры в чате, спасибо за старание, спасибо. Так, Юля, 1111 рублей, сердечко, спасибо. Или Марн, шутка про 300. А, 300 шутку придумайте в чате. Так, Яна, Дима, спасибо за позитив. Спасибо тоже тебе. Веркент, привет, удачного стрима. Передай привет Глебу. Глебу привет, но, пожалуйста, привет не просите меня. Андрюха, добрый вечер. Помню, что проходил такую игру, как Farlon Sail, где надо было управлять кораблем в 2D-мире. Так вот, вышла вторая часть, называется... Она недоступна в нашем регионе, написано у меня в стиме. Так, Виола, спасибо тебе за все твои старания. Ты лучше, здоровья вам, Катюша, спасибо. Аленыш, я люблю тебя, пиво. Это какой-то крик души, судя по всему. Кирюха, Алиса Артемова, тебя любит Кирюха. АБ Серега, обожаю с друзьями смотреть твой хоррор, и да, и вообще видосы с тобой просто сказка, спасибо. Спасибо всем за донаты, спасибо. В чате все напишите спасибо, шутки про 300, спасибо всем, кто вам пожелал, спасибо. Я сейчас стану разомнусь, и мы продолжим, окей? Так, Дангар, я тебя включаю, ты можешь пока разговаривать, я сейчас отойду. А ты найди меня, попробуй, я так спрятался, прикольно, а? Да вот ты за стулом сидишь, ну, дурачок, ну, видно же тебе. Все, я отошел на перерыв. Ну, ты, наверное, наблюдал все это время, так нечестно. Блин, а. Так, сейчас встречаемся в другом месте. А так же спрятаться, чтобы не нашел. Во, вот так вот не видно, наверное. Не видно. Сейчас. Не, так тоже видно. Блин, да куда спрятаться? Во, вот так вот, короче, он меня не видит. А? Мы прямо у него за спиной, но не видит. Вот так вот еще в приседе. А вернешься, короче, и все. Чати, как вас дела-то, рассказывайте. В Девор не знаем. Вот это вы тоже. Что за игра? Посмотрим потом, когда Артур вернется. Может, в нее тоже глянем. Потому что, ну, возьмем. Мы более-менее все видели уже. А где можно тут еще спрятаться? Ну, блин, за стулом так хорошо спрятался. Это наверняка Димка наблюдает все это время и не увидел, потому что так, ну, вот так не видно было. А за копой ей не видно ничего. Я не знаю, как он заметил. Он обычно такие вещи не замечает. Все. Вот так. Так! Нангар, ты здесь? Найди меня. Да ёбнер, ты только что за спину мне пробежал, я же видел. Где ты? Где он? Где? Что за чудеса? Дангар пропал, ебать, ковырять. Вот это да. Так, ладно. А что все смеются? Над тобой все смеются? Пойдем. Да блин, ты и так, я так хорошо за стулом спрятался. А? Ну я же видел твою зеленую шапку. Ты открыл дверь сюда желтую? Да. Вот тут, смотри, дверь еще одна желтая была. Там у нас красная закрывашка, если что есть, что есть. И вот тут, видишь, вот эти крутятся, надо вытащить, наверное. Надо, наоборот, вставить, наверное. Вот тройка. А что у меня не вставляется? Двойка. Четверка.
пятерка. У тебя есть еще одна единичка? Есть, должна да, быть? Есть. Покрути, я не могу вставить ее. О. А как вставить? А, вот. Так, в руки берешь, да? Во. Так, и теперь видишь, что нам показывается. Единичка — это протокол извлечения заключенного какая-то. И что это значит? Не знаю, смотрим. Вот тут еще что-то есть. Надо вводить ключ. У меня есть шестеренка. Пойдем удержим вот эти рычаги. Удерживаю. Не удерживается нифига. Почему? Не знаю. Так, ладно, что еще есть? Это что такое? У меня шестеренка есть. Удерживай красный рычаг. Удерживай красный рычаг. Удерживаю, давай. Может, одновременно надо? Давай одновременно, сейчас отойдет. Дошел? Навелся? Давай. Давай, давай. Блять. Нельзя что, говорить нет? Давай. Надо говорить давай на 3-4, 3-4, чтобы все готовы были. Давай на 3-4. Что-то загорелось, кстати. Так, не полностью. Подожди, ничего не нажимай. Угу. Нет, у меня все равно горит. Без тебя так горит. Надо одновременно, думаю. А, тут вот еще что-то есть. Че? Я могу что-то потянуть. Ну-ка, давай, я тут тяну тогда. Давай. Скажешь мне, когда будет красная. Да. Она загорится. Что это? Тяни. Не работает. Немножко. Не успел, подари. Так, а еще есть кран здесь. Еще он тут есть что-то, ключик какой-то повернуть. Что-то загорелось, открой. Ты слышал? Да, это я ключ повернул. Какой ключ? Вот с другой стороны он, вот, да, этот. Бля, это игра на четверых, судя по всему, потому что здесь 4 действия. Не, на двоих только. Тут еще есть кнопки. Подожди, а может надо посмотреть эти реально записи? Че, да, они же не просто так. Первые. Все, я нашел кнопки, которые только что показывали вот в этом фильме. Это чтобы за что-то загорелось. Да. Это такого не было. Такого не знаю. Такого не видел. Подожди, ничего не трогай. Сейчас смотри, загорится что-нибудь на экране. А, я все понял. Все, это порядок кнопок. Сейчас. Да. Зачем ты мне перевернул-то их? Они сами переворачиваются со временем. Вот первое. Это не то, мне следующую нужна, где кнопки. Да ёб твою мать, не мельтеши ты передо мной. Иди переключай назад. Я смотрю, она... тут надо переключить, потом нажать на кнопки. А потом запомнить порядок, а ты мне все закрыл. Один, два, три. И чё? Ничего не произошло. Что-то... А, я понял, Дим. Может, тебе надо, чтобы... Ну-ка. Не, это в последнюю очередь. Надо, чтобы вот это загорелось наверху. Какая? Может, какой-то из рычагов? Ну, там написано было, что чтобы запустить пар, нужно одновременно зажать рычаг и кнопку. Давай одновременно на 3-4 это сделаем. Красный рычаг и красная кнопка. Тогда появится дым. Давай. Готов? Навелся? Да. Давай. 3-4. Сработало? У меня ничего не произошло. У меня тоже. Так, давай включай, короче, третий смотрим. Смотри, давай, электричество. Третий. Да, электричество. Оно работает. И для того, чтобы заработало, надо... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 раза 1, 2, 3. 3 раза, да. Все, пошел, нажму. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Пиздеж.
Блин. Может, где-то еще что-то есть. Короче, давай сначала начнем. Подари, давай на первый самый. Где-то есть что пружины. Там. Подари, вот это вот. Еще ну? Она показывает. Протокол извлечения. Ну. А-а-а, повернуть ключ. Повернуть, да. И что после него? Потом 1, 2, 3. Наверное, она заработает. Ну-ка, давай проверим. Да, один. Все. 1, 2, 3. О. А что, ты поменялась? Надо по порядку все сделать. Все, ну, теперь все. После вот этого пара. Одновременно нужно вот это одновременно сделать. Одновременно, давай. Готов? Да. Давай, 3, 4. У меня заработало. О. Чё, по-моему, все потухло. Не-не, теперь вот как крутилка какая-то. Не, мы все сломали. Все работает. У нас все выключилось. Я все понял, как делать. Еще. И последнее. А что за пружина-то? Она где-нибудь есть вообще у тебя, нет? Да, она. Ну, короче, я понял, как. А, нет. Чтобы выплавить пружину, смотри. Зачем ты промотал опять? Она сама мотается. Назад нажми. Это первый. Вот первый. Первый — это пружина. Нет, это последний, Дима, у тебя. В смысле последний? Пятый у тебя там вставлен. Куда? Ну, в проектор. Все, смотрим первый. Первый, да. Это вот то, что ключик поворачивать. Ну, ключик повернется. Включится электричество. Да. Теперь одновременно красную давай. Красную? Подожди. Да. Я еще не нажал 3 раза 1, 2, 3. Да я нажал только что. Дальше смотрим. Должен пойти пар. Пар пошел. Пар идет? Пар идет. Дальше одновременно потом красную. Мы дергаем красную, да. Ну, дальше что? Начинается какой-то, блядь, поезд ехать. Да. Нам нужно кому-то одному дернуть вот эту вот, где я стою, смотри. Где ты стоишь? А кому-то другу вот эту. А тебе надо дернуть вон там рычаг. За. Где ты стоишь-то? Я не вижу тебя. Да ё-моё, я же тебе показываю. Вот, пойдем. Вот эту вот. А, так тут она есть. Да. А тебе надо в этот момент нажать вот на эту. На рычаг, да. Ну, давай. А но у нас после кнопок все сломалось. Там появится потом пружина. Ну, все, давай поехали. Ключ. Нажимай. Давай, я ключ поворачиваю. Давай, повернул. Раз, два, три. Все, давай, теперь красную. Давай, 3, 4. Дальше что? Синюю я дергаю, а ты дергаешь, которая у тебя следующая. А, давай. Вот эту, да. 3, 4. Поломалось все. Значит, мы что-то не так делаем. Подари, ты... Ой, блядь, вот это да жесть, конечно. Подари, сейчас все понятно. Так, пошел дым пошел у нас. Ну. Да. Вот, мы красную сделали. После нее. Мы не делаем красную, потому что ты опаздываешь. Твой рычаг дольше идет, чем мой. Значит, мой рычаг нужно попозже нажимать. Да, сделали мы красную, она заработала. А, потом надо вот эту, все, обманываю. Потом вот эту, а в конце уже надо дергать... синюю. Подожди, да. Подожди. Я сейчас досмотрю. Порядок сбился. Да, в конце вот этого самое, это финал. Так, а тут надо и ключ еще повернуть. В обратку. Повернем. Давай. Я поверну его, когда побегу к рычагу. Включай. Угу. Раз, два, три. Давай, 3, 4. Дальше что, синюю? Нет. Дальше вот это вот ты дергаешь, который за ней. Ну, все, нажимаю, да? Давай. Нажал? Ну, она идет у меня. У меня тоже идет. И синюю теперь. Ключ? Ключ? Нажимаю ключ. Да, и
Давай, ключ нажал? Ключ. И теперь выпускать мне? Не-не, да-да, выпускай, выпускай быстрей. Ты синюю нажал? Все. Зажимал, давай еще раз. Блин, все поломалось. Я что за пиздец? Ладно, все нормально. Все что-то неправильно. Делаю. Все, короче, Дим, смотри. После того, как ты вот эту вот нажмешь, да? Да. А, беги сразу вот к этой. А потом ключ. Я ключ сам нажму. Ну все, давай. Надо по порядку, значит, просто. Да. Давай, ключ нажимаю. Давай. Иди, натяну. Нажал. Раз, два, три. Все. Дальше красный. Нажимай. Mm-hmm. Поехали. Раз, два, три. Давай. Есть. Дальше что? Теперь давай иди туда. К рычагу. Да. Ну? Давай, раз, два, три. Сделал? Ну, я тяну. Все, теперь давай, иди к той. Ну, у меня только опустился. Кто иди сзади, который дергать? Да все сломался, но у меня только опустился. Ты неправильно что-то делаешь, подожди. Нам нужно повернуть ключ, чтобы он был горизонтально. Да. Дальше, после ключа пошло электричество. Мы нажимаем на кнопки 1, 2, 3. Пошел дым. Угу. Дым пошел. Потом нужно одновременно нажать два рычага. Мы нажимаем. Да. Потом тебе нужно запустить это ебаное колесо. Да, я вот тут его запускаю. Запускаешь колесо ебаное. Да, ты дергаешь вот эту. Ну. И в финале. Надо нажать, потом нажать синий рычаг и потом ключ. Либо это одновременно, но одновременно понял, не получится. Ключ полез в последнюю очередь, все. Так я же тебе так и говорил. Давай. Ты сказал, сам нажму. Давай, включай. Раз, два, три. Нажимаем красный. Угу. Три, четыре. Все? Вот, все. Все, дальше что, смотри. Сзади, который у тебя забыл. Сзади, да? Нажимай у себя. Нажал. Давай ты. Скажешь, когда закончишь. Скажу. Я опустил. Теперь я открываю эту хуйню, ты нажимаешь ключ. Нажимай ключ. Да, не-не-не. Не ключ, там на синюю еще, Дим, забыл. А, так ты что же синюю-то не сказал? И так, так подожди, а там сначала дернуть, потом синюю, потом ключ. Дергаешь синюю ключ, вот так вот надо. По порядку нужно, ну а я два раза дернул. Ладно, давай еще раз. Что за пиздец происходит? Веселая, развлекательная игра. Да. Нажимаешь? Давай. Мне кажется, здесь не нужно одновременно. Здесь нужно просто. 3-4. Да я уже нажимаю. Ё-моё. Тут не надо одновременно. Вот. Все, теперь там хуйню нажимай. Угу. Начал нажимать? Да. Теперь я тоже начинаю нажимать. Дальше после этого я... Дергаешь. Дергаю рычаг. Ты нажимаешь синий рычаг, потом поворачиваем ключ. Угу. Так, все, смотри, я дергаю один раз. Давай. Я дернул. Теперь синий рычаг. Теперь я синий заряжаю. Скажу, когда заработает. Да. Потом поворачиваю ключ. Работает. Аллилуйя. Ну, я тебе говорил, по порядку надо, не все одновременно. Ты одновременно, давай, одновременно. Пружину возьми. А, нихуя на горячем. Там что-то открылось у нас, вон, дверь. Да. Туда меня повернуло почему-то. Тут что-то поворачивается. Сейчас уедем. А, вот нам теперь здесь нужно дергать, наверное. Угу, толкать. Все, удерживаешь? Удерживаю. Поехали.
Держишь? Держу. Нажимай что-нибудь. Я нажимаю, ничего не происходит. Ну-ка, стой. Может, другую сторону нужно? Давай другую. А, блин, мы друг друга толкали. Иди. Во! Что-то происходит? Ой, ой. Не, ничего не происходит. Может, в обратную сторону надо? Может, в другую давай. Давай в другую. А ты шестеренку куда-нибудь поставил, то нет? Не-а, оно у меня в руках. Ты, блядь, поставь ее куда-нибудь. Поставить, понятно. А куда? Я не знаю. Кто куда-то, куда-то где ее не хватает. Сюда. Наверху вон там что-то может быть. Так, а вот дверь закрыта почему-то. Вон там еще одна дверь открылась, когда мы разгадали эту сложнейшую в мире загадку. Пойдем посмотрим. Какой-то лифт или что-то такое. Бля, я хожу как этот демонолог какой-то с этим крестом ебаным. Так, зеленый ключ. У меня есть... У тебя. У тебя. Так, это верхушка. Подожди, не беги пока никуда. Тут теперь есть ворота. А, так это теперь... Или что? Это как-то связано с той картинкой, наверное. Да, потому что здесь тоже картинка. Да, наверное. Пойду смотреть на картинку. Так, не надо. А, ебать! А, пизда рулям! Все, я понял. Все, давай, иди, езжай. Я поехал, да. Это пятнашки. Здесь есть, короче, 6, 5, 4 и 3. Вот, наконец-то. Теперь тебе нужно сказать мне, вот где... Вот я куда... про это и говорю с самого начала. Так нет, это не нет, то, нет, надо не было то. На книжке смотреть. Так, что я так побежал, так пойду. Добежал? Бегу. Добежал. Ну и что там? Ну. Говори. Какая у тебя первая? Мне без разницы. Первая 6. Первая 6. 6. Что значит 6? Ну. Дальше 3. Ну. 3. Левая низ. Дальше 5. Правая низ. Дальше 4. Правая посередине. Открылась. Вот, да? Так, теперь нам нужно назад, потому что у меня там была закрытая дверь с таким ключом. А что там у тебя открылось, кстати? Ничего, у меня сейф открылся. Так, а как мы вызвать лифт теперь? А как, подожди, а как лифт вызвать? А, ты не можешь, а там нет кнопки? У меня нет кнопки, только шлагбаум. Сейчас приду. Все, поехали назад. Тут, короче, какие-то огромные пространства стали. А что сделалось-то, подожди? Так мне дали ключ, который я теперь могу использовать. А зачем? Можем вот там пройти. Да, можно пройти. На шлагбауме кнопка была, я не видел. А если не видел, значит не было. Куда? Да подожди, я просто открою. Здесь нет столько места, перегруз из-за тебя. Он сейчас поломается по дороге. Музяку повеселее? Нет, повеселее нельзя сюда. Здесь весь смысл в унылости вот в этой. Так, открыл, смотри, открыл дверь, хорошо. Все, едем наверх. Давай. Куда мы едем? Все, вижу. Теперь куда-то здесь нужно ставить шестеренку по-любому. Вот еще одна. Бери ее. Блять, я тебя ничего не вижу. А ее и поменять нельзя, я ничего не вижу. У меня полэкрана теперь. Здоровенная. Вот, открыл. Я не вижу нихуя, куда идти. Да поменяй колесико. Не, не работает. Иди за мной, я вот сюда вот. Прямо давай, иду боком. Да-да-да, вот-вот-вот. Я еще рацию, блядь, это мешает. А куда ее, подожди, вставить-то? Но надо куда-то быстрее решить, куда ее вставить. Я с ней не смогу так ходить.
Нормальная игра, да, пиздатая? Куда ее ставить-то? О, я могу на небо посмотреть. Надо куда-то съездить, куда-то ее поставить. Ищи, где не хватает шестеренок. Да я ищу. А я буду смотреть вверх пока. Я не могу с ней так ходить, мне ничего не видно. Я не вижу. Ты тур смотри, я не... А, все, нашел. Как я иди буду сюда смотреть, я не вижу никуда. Куда вот, сюда? Сюда, вот, куда? Вот, вот на меня, на голос иди. На голос, у меня голос в наушниках. Вот, Урса, вставляй. Все, окей. Во. Вставляй. Так. Вот сюда. Все? Все, теперь поехали. Угу. Мы поэтому не ехали. Поехали. Тянешь? Да. В обратную сторону надо. Так. Вон, что-то вылазит сверху. Снизу, справа. Не вижу. Ну, короче, там, где открылась дверь, там с этой же стороны что-то появилось. А, вот, да-да-да-да-да. Да, рулю сейчас вот этим вот всем, рулю сейчас. Разруливаем, да, наверное. Во-во. Ту хаус. Все, я что-то выиграл, поехали. Ты где? Я здесь. Подожди, а что меня выбросило? Как понять, я насквозь пробежал? Ой, меня выкинуло. Так, стоп, а что делать-то дальше? Можешь мне крутить тебя в другую сторону? Да, может быть. А ты не сможешь крутить. А, попробуй. Не, ничего не крутит. Подожди, эта кнопка есть? Ну вот, должна быть какая-то, а ее нет. А, так открылась, нажми. Там кнопка еще, открылась, так, нажми. Все, понял. Во. Все, музыка кончилась, там пиздец. И что теперь? Ты нажал кнопку? Что-то происходит, да-да-да-да, тебя захватывает куда-то. А, все, я поехал. Подходим. Все, а меня? А ты не нужен. Эй! Здесь алло! Здесь выбирается только один. Стрим сначала не отображается, я не знаю, ну как бы я менял настройки. Там вначале ничего особо интересного не было. Весь процесс потом пошел. Так, смотри, у меня, короче, есть здесь много символов, тебе их нужно найти. Что за нафиг? Что-то случилось? В смысле? Ты где? Подари, у меня что тут едет, и что? Так, меня заперли. А, тебя сейчас отправят, наверное, туда, куда я... А, я наверх поднимаюсь теперь, подожди. Туда, куда я тебе смогу сказать. Тебе нужно найти символы много. Телевизор, вилка, какая-то хуйня, буква Э. Так, ну я еду пока. Куда-то. Музыка стала пострашнее, это плохо. Ага. Лучше фантазму. Что такое фантазма? То есть человек приходит на стрим и говорит, давайте играть в фантазму. А что такое фантазма? Попытайтесь мне... Наверное, рассказать. Фазма какая-нибудь. Нет, фантазма. А, во! Ты нашел символы? Так, подожди, я иду в каком-то туннеле. В твою сторону. У меня здесь компас. И на нем всякие... А я ищу в туннеле. Да ебаный. Фантасмагория? Так. Ой, фантасмагория, она же не запустится даже, вы что? Ой, у меня тут топор. У меня тут диван, чайник. У меня нет таких символов. А, во, нашел. Внимательно осмотри все, вообще полностью внимательно все осмотри. Это легко сказать. Так, Дим. Короче, у меня есть компас и всякие символы. Это надолго. А, все. У меня проектор, который показывает. Я нажимать ничего не могу. Тебе нужно самому сейчас что-то где-то нажимать, потому что я просто на смотровой площадке. Я пытаюсь понять, сейчас что происходит. Да ладно. Ты нашел компас. Блять, ну если ты будешь бегать... Да ладно, это надолго. То это будет надолго, да. Давай перечисляй мне какие-то у тебя детали. Какие детали? Для чего? Ну, что ты хочешь делать? Где что находится на компасе? У меня будет много вариантов. 9 вариантов, мне надо из них подобрать правильный. Я вижу компас. У тебя на компасе какие-то изображены, видимо, надписи. Да. Вот давай, скажи мне, что у тебя где находится. У тебя север сверху? Да. А у тебя три кольца?
помимо компаса. На первом кольце у тебя символы какие-то, правильно? Ну, нет, у меня не, там вообще символов нет. Я когда включаю проектор, у меня там отображаются символы. Какие? Ты что, шутишь, что ли? У меня все символы отображаются. Так, а ты как-то на них влиять-то умеешь? Я могу переключать их между собой. Мне надо понять, какие у тебя символы. Север, первое кольцо. Какая-то... Верхняя, да? Да. Верхняя. Либо стакан с оливкой, либо вилка с оливкой. Я не знаю, как тебе это сказать. Стакан или вилка, ладно, еще подожди. Стакан, там внутри типа оливка. Бокал, точнее, бокал. Внутри, да, бокал, а там внутри. Оливка, не на, не, да. Не на нем, да, тогда сейчас нет, еще. Нет, в нем, прям в нем. Это самый так, север. Что? Нашел? В нем прям, просто тут, там есть типа пиалки или стакан. Бокал. Сейчас посмотрю. Бокал, все, бокал для, да, вина оливка, без, да. Без подставки, но с оливкой, да, внутри. Нашел? Да, теперь на следующую, да. Ниже, которая. Мне не надо ниже, что у меня там еще есть символы на первом кольце. Не-не-не, все, первое мы угадали, я думаю. Так у меня три символа. Неважно, Дим, нам по одному достаточно. У тебя, я не понял, второе кольцо, давай второе. Смотри, Дим, я тебе сейчас объясняю, как у меня работает. Я меняю изображение полностью на всем кольце. Ну? У меня три варианта изображений. Если мы угадываем первое изображение с твоим бокалом, значит, кольцо угадано. Переходим к следующему. Вот метр на следующем надо понять. Давай. Где у тебя находится? Северо-восток у меня на следующем северо-восток. Кольце. Северо-восток. Давай. Что? Блять, какой-то кружок с тремя скобочками. Типа какое-то уши, может быть, какие-то, как это сказать? Короче, кружок. Кружок с ушами, да? Да, и сверху тоже, шапка. Типа, да, шапка, да, 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 такая же. Нижняя осталась. Последняя. На чем у тебя где? Нам нужно все символы поставить, ты понимаешь? Дим, давай нижнюю говори. Где давай, северо-запад. Ёбаная какая-то спираль с кружком на конце. Спираль с кружком на конце? Ну, спиралька, а потом в конце какая-то хуйня с кружком. Ну, спиралька такая, закручивается спиралька. Я сейчас смотрю, какие у меня варианты есть. Нет, вот так вот. Северо-запад, правильно? Да. Это слева, типа. Да, я понял. Так. Все, сделал. И что поменялось? Еще дальше. Ничего не поменялось, все сделано. Давай поехали. У меня в первом кольце на северо-западе есть телевизор. В первом кольце на северо-запад, да, то же самое. А, в первом кольце на востоке у меня буква «Э». Подожди, у меня не отключается постоянно. На востоке? На востоке в первом кольце «Э». Буква и... «Х» и «О». Нет, «Э». «Э» и какое перевернутое «Ф». Это не спираль, а змеиное крыло. То есть мы поменяться местами не можем, да, сейчас никак? Подожди, дай-ка я посмотрю, тут может... Ой, Дим, подожди. Это надолго, да? Тебе нужно поставить все символы. Подожди, подожди, я нашел книжки. Знаешь, сколько раз... Да какие книжки? Давай это сначала решать. Да подожди, это подсказки какие-то. А у тебя нет на столе рядом никакой книжки? У меня есть 9 символов, у меня больше нет ничего. Передо мной, блядь, ебаное вот это вот все. Алло. Да подожди, я тут смотрю, у меня тут еще книжки две, на которых много символов. Я же не могу, ты не понимаешь, я не могу менять, как ты вот хочешь, чтобы я менял остальные. Я могу менять только одну цифру. Какую? Дим, у меня, смотри, у меня проектор, ну, на котором есть 3 слайда. Ну. И каждых этих 3 слайда 3 вариации. Первый слайд — это вариация внутреннего кольца. Второй слайд — это вариация среднего кольца. Третий — это наружного. Так у тебя на каждом кольце по сколько символов-то? Они полностью все в символах. Они полностью все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь символов на внешнем кольце. Восемь.
А я понимаю то, что у тебя их не 8, там у тебя их меньше. Раз ты мне указываешь только там конкретно там северо-запад, северо-восток и так далее. Почему у меня N это юг? Вы что, издеваетесь? У тебя на компасе красным какая выделена? Норд. Север. Ну и что, блядь, какой у меня юг? Вы что? Может, мне что-то надо нажимать здесь? У меня вот реально, у меня вот просто одно колесо с символом, больше я сделать ничего не могу. В книжках, говорят, посмотреть. Посмотри код. В книжках, да. Что у меня запад восток? С-север, В-восток, да. Вот из-за этой хуни я все время путаю восток и запад, когда думаю, что В, блядь, это восток. Первая, вторая, третья. Сейчас, подари, я, по-моему, понял, Дим. Кольца перепутали местами, с чего вдруг? Первая, вторая, третья, а четвертая это откуда? Пятая. Мелочи не пропускать? Какие мелочи? У меня нет ничего здесь. Вот так, на полу еще решетки сделаем. Есть. Так, внешнее кольцо. У тебя бокал с... Так, оливкой. А, вот как у тебя. Это четвертая. Дим, все, я понял. Давай, говори. Бокал с оливкой, да? Еще что у тебя есть? Где? ЭО у тебя, да, говоришь, есть? ЭО у тебя на северо-востоке. Не ЭО, а ФЭ. Ну, ФЭ перевернутое ЭО. Да, на северо-востоке, да. Что у тебя там еще есть? А есть на юго-западе буква ФЭ тоже какая-то. Ну, ФЭ такая, как будто попка и там... Да-да-да, понял. Все, больше ничего нет? На северо-востоке у меня есть телевизор. Все, это четвертый слайд, я понял. Так, давай, тот, который в середине. На северо-востоке у меня гуманоид с ушами и шапкой. Да. На юго-востоке у меня краб какой-то, вот, типа, С перевернутая палочка. Ну, Ж буква, короче говоря. Чего? Ну, буква Ж. На юго-востоке буква Ж. Буква Ж или буква Х? Ж. Ну, типа отзеркаленная С, палочка понял, обычная ты S. Ты про центр говоришь, да? Ну, центральное кольцо. А, блядь, нет! В смысле, я обманываю тебя. А то и... Короче, нет. Блядь, да, после гуманоида на юге у меня какой-то одноглазик с рожками. Одноглазик с рожками, да? Так, пока четверка подходит. А еще что? И еще у меня здесь есть... Такая же почти одноглазик с рожками, только у нее еще посередине полоса. А где она? На востоке. На востоке. Все, четверка. Так, четыре, четыре. И следующее. Следующее самое. На северо-западе. Вот это, блядь, спираль с вишней. Северо-западе. У меня на северо-востоке почему-то сейчас еще северо-запад. Северо-запад это слева. Да я понимаю, вот еще... Какой я запад с востоком перепутал? В смысле? Дима, ты уверен? Где мы про внутреннее говорим? Самое внутреннее. А, это я ошибся, пардон. Вот, северо-запад, да, все, нашел. Змея с вишней. Да. А юго-восток, буква Ж. Все, нашли. И чё? Ой, неужели? Два, четыре, четыре. Два... Все, открылась дверь. Ой. Чё я перепутал? Чё вы меня перепутываете? Я сейчас вас всех сам перепутаю, понятно? Да не, ну изначально-то перепутал, когда наружную говорили. Я был... Нет, это... Как мне туда... Как мне дальше пройти? Я какую-то книжку взял. Ай, у меня какой-то хрен я своровал, в смысле? У меня есть еще одна там вдалеке, но там я не вижу нихера. Вот, приближаю, у меня тоже появилась. У меня теперь повернулся почему-то... Но я отсюда не увижу нижние символы.
Ты можешь приблизить, наверное, на среднюю лампу. Да я приблизить могу, но я не вижу отсюда ни хера. Мне не видно третье кольца снизу практически. Ну, даже давай попробуем прыгать хотя бы. Давай, но это очень плохо. И какое внутреннее начинаем? У меня, кстати, если что, Дим, поменялся север. У меня поменялись, короче, обозначения, где север и так далее. У тебя они так же остались или нет? Там посмотри. Да, так же. А как мне, блядь, нормально посмотреть? Есть бинокль какой-нибудь закон? Лифт? Какой лифт? А, я... Все, туда проехать можно. Она не выглядела, что на ней можно кататься. Какие ко мне претензии? Претензий ко мне быть не может. Все, я приехал. Так, а что такое? Блять, а я теперь могу сам это поворачивать, прикинь? Теперь тебе мне нужно говорить, что где должно быть. В Дискорд вернись. А то ты из Дискорда вылетел. В смысле? Я же разговаривал сюда. Вот не знаю, странно. Так, у меня теперь колесо крутится, теперь я кручу. Смотри, у меня север поменялся. Ну и чё? У меня теперь подсвеченные. Чё у тебя? У меня есть, короче, лампочки и такие же символы. А мне надо будет крутить сейчас или только ты крутишь? Я не знаю, я кручу. Нам нужно понять, что у нас где пересекается, чтобы понять, что где составлять. Ну так давай, внешнее кольцо на севере, что у тебя находится? Внешнее кольцо? Да, так у меня можно крутить, я же тебе говорю, у меня здесь что хочешь можно поставить. Так у меня тоже, по идее, можно крутить, правильно понимаю или нет? А, все, у меня больше нельзя, все, понял. Внешнее кольцо на севере, у меня человечек, ну, буква Х и кружок наверху. Есть такое? Да. Поставил. Так, угу. А ты крутишь сразу всеми или только одной? Я кручу сразу все кольцо. А, всеми, а, кольцо вообще именно кручу. Всеми вообще этими. Все? Да. Так, а что у тебя находится на северо-западе? В каком кольце? В среднем. Ну вот это жопа или я... В среднем? В среднем, да. У меня на северо-западе ничего нету. Подожди-ка. Так у тебя север-то перепутан. Подожди. А, ой, у меня тут еще одна открылась. Ну-ка, сейчас покрути. Вот теперь я только первую кручу. Я теперь только первое кольцо кручу. Внутреннее, да? Да. Внутреннее тебе надо прокрутить так, чтобы у тебя было на... А, все, у меня зеленое горит. ...западе и на востоке. Что у тебя зеленое горит? А, все, Б и утюг. Да. Все, дальше. Правильно. Сейчас переключу тебя на следующую. Давай, теперь что ты крутишь? Вторую. На второй тебе надо, чтобы у тебя был гуманоид такой. Где? Свинка-гуманоид. На северо-западе. Утюг и что-то еще. Не утюг. А. Средняя, правильно? Ну, здесь все гуманоид рисунки одинаковые. У меня здесь северо-восток и... Северо-запад и восток. У меня какие-то свинки. С пятачком. А то, что на юго-востоке, юго-западе я не вижу. У меня там это... Хуйня стоит. Отойди от руля этого, я чего? Там у меня этот гуманоид в шапке с ушами. Не, у меня там другое. Так у тебя перепутаны стороны света. Не, я смотрю, ну, под боком все правильно, я смотрю. Смотри. На северо-востоке? Чего у меня должно быть на северо-востоке? На северо-востоке у тебя должен быть гуманоид. Такая хрюшка-гуманоид. На северо-востоке или на северо-западе? На северо-западе, пардон. На востоке, просто на востоке у тебя должна быть хрюшка, на северо-западе должно быть хрюшка тоже. Ну, а внизу, на юго-востоке, у меня, блядь, кружок с ушами и шапкой. Правильно? Нет. Что значит нет? Ладно, хуй с ним. Давай третье кольцо.
Переключай на третье давай кольцо. Давай третье, давай. На севере переключу. Что должно быть? Так, на севере должна быть буква Х с головой. Есть. На северо-западе. На северо-западе. Подари. На северо-западе бокал. С оливкой, которая одета на бокал, не внутри бокала. Все, я понял, блядь. Тут же несколько... Что на севере? Какой бокал на северо-западе? Ты что-то путаешь. Прям ровно на севере буква Х, правильно? Может, ты имеешь в виду северо-востоке? На северо-востоке у меня ничего нет тогда. Короче, скажи мне, по каким направлениям есть вообще рисунки у тебя? Или у тебя все 12 символов там по кругу есть? Так, смотри, север, давай. Мы говорим внешнее кольцо. Да. Север, буква Х и посередине там какой-то кружочек. Ну, да. Человечек, короче. Да, человечек. Ну. Восток. Нет, восток не надо. Вообще забей на восток. На восток у меня не подсвечено. У меня подсвечен запад. У меня бокал, но оливка не внутри, а на нем. Ну, это долька, да. Да. Еще на юго-востоке есть телевизор. На юго-западе есть телевизор. Да, все правильно. Все, давай среднее кольцо. Среднее кольцо. На северо-западе. Свинья. Хрюшка. Да. А на востоке тоже хрюшка. Так, подожди, сейчас перекручу. Все, а на юге буква Ф. Ну, это не буква Ф. Ну, с кружочком внизу. Да, это буква Ф с кружочком внизу. Ну и что дальше, все? Я поставил все, как тебе надо было. Что-то нажимай. Нет, если поставить все как надо, не, но... Так, а полюса-то надо, наверное, тоже покрутить, правильно? Блять, а полюса тоже крутятся, серьезно? Блять, мы все сломали. Блин. Где у тебя что? Север у меня слева. Север слева? Да. Блять, а тогда что? Нужно смещать всю картинку или что? Потому что у меня не крутится сам север, у меня крутятся просто все символы сразу. Блин, подари-ка, дай-ка я пытаюсь... Вот смотри, у тебя север не крутится, да? У тебя сейчас все символы. Вернись, это как было оно все. Ну, поставил. Все, правильно? Все стоит, как было. Да, как было. Так, сейчас посмотрим, что я нажму. И не нажимается. Я пытаюсь найти, что у меня может еще нажаться. Подсвечены у тебя должны быть открыты через... Я что, знаю, что ли, какие у Димы там разрезы? Так, а у тебя есть лампы? У тебя есть лампочки? Нет, лампочек нет. Значит, только мне, чтобы показывал, какой крутится. Да. Смотри, Дим. Вот сейчас у тебя должно быть установлено на севере человечек, внешнее кольцо, да? Среднее кольцо. На юге у тебя буква Ф с кружочком. И внутреннее кольцо у тебя буква Б и утюг. Да. Скажи мне, у тебя на первом кольце сколько символов? 4? На первом кольце у меня раз, внешнее. Да. Какие там раз, есть? Раз, два, три, 4. Какие? У меня там человечек, телевизор, такая ваза, наверное, и бокал с долькой. Ваза. Ну да, ваза такая. Ну-ка, вот, переключи на первое кольцо. На первое самое сейчас. Скажешь, когда первое, я просто не знаю, какое у тебя первое будет. Еще. Это первое, нет? Нет. Вот. Первое кольцо все. Не так было. Ой, боже мой, а. Что-то жесть какая-то. И что теперь делать? Я поехал дальше. А у меня ничего нет. У
Так нельзя фоткать такое. У нас же не мобилки здесь, а обычные рации. Ну да. Фоткать нельзя, это нечестно. А, мне внизу что-то тут есть. Что и география? Все правильно у меня. Алло. Спасибо за суперстикеры, кстати, если они к вам приходят какие-то. Так, я зашел в пещеру в огромную, на бой с боссом, судя по всему. Я тоже захожу какую-то здоровенную. Я вижу тебя. Посмотри наверх. Нет, я убежал. Посмотри наверх. Куда? Ну, где-то был, я наверху был. А, все, вон, вижу тебя. Во. И что дальше? Так, я могу призвать босса, видимо, да? Так, я подобрал шар какой-то себе. На арену выходит узник, это тебе говорят. А, мне нужно поставить шар на какие-то символы, судя по всему. Да. Блять! Провалился. А тебе, наверное, нельзя идти по этим символам. Почему? Или наоборот, надо на них становиться. У тебя есть какие-то символы где-то? Да, у меня наверху есть символы. Какие? Высвечиваются. Первый — это молот. Сейчас я иду дальше. Наверное, тебе надо, как и в Форт Боярде, восстанавливать шарики на каждый символ. На молот. Ну, на молот стал. Я не могу его поставить. Да, не можешь. Следующее к серпу иди. К серпу? Да. А как идти-то? Ну, по этим прям. Так они проваливаются. Он смеется. Смотри, у меня есть порядок. А как тебе по ним пройти? Это, честно говоря, странно очень. Давай опять же. А ты точно никак не можешь эту хрень свою скидывать в руках? Ну нет, здесь одна кнопка, все работает. У меня все поменялось. Да. Теперь первое у тебя — это шлем. Шлем, ну. Потом следующая — петля. Может, куда-то направление есть, там право, лево? Нет, у меня вот шлем, петля, серп. Ну, короче, у меня порядок. А-а-а, во как оно. Как? Ой... Петля, ну видишь, ты идешь, и типа тобой не проваливаются. Следующее у тебя — серп. Он сзади тебя. Ой. Ну, блядь. Блин, да это что-то неправильно, а? Это как-то не так. Не, это странно как-то работает, а? Ты никуда больше сходить не можешь? Нет, только на это смотреть. Не-а. Да не, по-моему, ты правильно шел. Ну, странно, конечно, оно выглядит, но вроде бы правильно. Ну все, смотри, я захожу на доспехи. Да, доспехи, потом шлем. Шлем находится вот справа, те вдалеке. Да, блядь. Да, ё-моё. Так, сейчас, мы точно вот это правильно делаем? Тут подсказка нужна, просто правильно или неправильно? По клетке в смысле стоять? Неправильно. На каждую клетку только один раз надо наступать. Так я не могу быстро проходить, у меня ебаный камень. По клеткам, говорят, идти тебе надо. Дальше, вот смотри. Подожди. Блять. Шлем. А меня уже выбросили отсюда. Я сломался. Сейчас откроется. Ну, да. Так. Все. Меня заперли. Ну, сейчас, наверное, пройдет время какое-то. Короче, говорят, надо по клеткам именно идти. Может, прыгать надо? А, Дим, я все... Нет, я все равно не понимаю. Мне кажется, я сломал баг какой-то. Слышишь, что? Да я понимаю. Сейчас, может, пройдет время какое-то. Попробуй положить ее куда-нибудь обратно вот на этот. Не могу. Который у тебя не можешь? Нет. А как сделать-то? Все. Ну, я понял, как сделать. А, все, открылось. Я прошел назад. Сейчас я, наверное, это... Да не меняется он местами. Это же специально большой объект, его никуда нельзя убрать. Все, ладно. Все. Вот. Можешь обратно подниматься, и опускается новая... Все, короче, тебе надо от одного символа к другому идти, Дим. По клеткам именно. Все, давай, смотри. Какой следующий символ после шапки? После шапки следующая петля. Вот прямо просто идешь. Во, да. Теперь после петли серп. То есть тебе надо вниз. Вот в мою сторону, да-да-да, вот сюда вот.
И другую сторону серпа. Во, все. Теперь тебе надо от серпа идти к мумии. Это значит, тебе надо идти... Все, я понял. Угу. Это не мумия, а прибор мучения. Железной девы, это понимаешь? Ага. Во. Теперь от мумии тебе надо идти к гильотине. Во. Вот, и шар дали специально, чтобы я не прыгал, не четырил. Но игра сама сломалась сама по себе. Так, а что, то же самое теперь здесь проходить дальше? Да, да, у меня дверь открылась. Ой, бля. Какая сложная игра. У меня света нет. Включи свет. Так. Чё тут? Блин, стой. Дим, иди падай. Почему? Потому что у меня пропали. Я когда включил свет, у меня закрылись все эти сверху. Так я не могу упасть. Так, может, ты правильно шел? Я два раза прошел по одному и тому же. Ну, сейчас, видишь, музыка... Все ясно. Бля, зачем мне дали этот шар? Мне надо запоминать, что? Запоминай. Чатик, запоминаем. Щит, булава... Булава. Какая же булава? Булава, дубина. Булава. Дубина, ладно. Щит, дубина. Веревка. Вот теперь булава, наверное, на цепи. И шлем. На цепи это цеп, это не булава. Да-да-да, цеп. Угу. Все, я готов. Давай. И что мне щит делать? К щиту иди. А где он? Вот щит. Ага. Вот мне кажется, то, что она сейчас перевернется. Подари-ка. Стой. Время идет. Да-да-да, стой. Может, я ошибаюсь. Мне кажется, то, что оно сейчас откроется. Да, все правильно. А-а-а. Щит. Дальше было. Дубина. Какая дубина? Дубина? Булава. Да-да, дубина. Вот это дубина вот? Без цепи. Правильно идешь, правильно. Вот, да, вот она. Угу. А дальше что счет? А, все. Петля теперь. Не, ну изи вообще просто. Это гений. Да, легко. А, что-то глаза устали. Дальше вспоминай сразу. Цепь. Цепь? Да. Цепь. Палка, да. С хуйней на конце. Да. Вон время идет сверху на часах. А, точно, ага. Дальше смотри, что? Дальше не помню, Дима. Дальше? Блин. Шлем. А дальше? Все. Вроде больше не было. Но я же даже не у входа. Просто чатик в большей степени все правильно написали, подсказывают, что было по порядку. А вот некоторые специально пишут неправильно. Так это специально, все, специально, конечно. Зачем так делают? Так, свет выключился, все плохо. Это кисть. Так, ладно, мы это прошли, поэтому это уже не актуально, ваши споры. А, стоп, а у меня ничего... А, есть. Блять, тут какие-то убийства сейчас будут. Подожди. Ну, мне кажется, что это точно так же, как первое было. Ты запомнил? А, тебе просто перекрыто, я все понял, я тебе должен указывать. А, это типа давай, маршрут. Да. Иди на этот, как его... На доспех. На доспех, да. Пришел. Теперь тебе надо идти к шлему. Видишь, где шлем? Нет. А, иди направо от себя. Сколько клеток? Ну, до конца направо. И теперь налево до конца, ну, не до конца, до шлема.
Ты смотри, тут по одной клетке два раза ходить нельзя. Да, 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 да. Теперь, на, вот правильно, иди вот сюда, иди. Да, вот этого счета, ну, да, вот этой хрени. Вот сюда? Да, прямо. Налево. Один. Налево. Один. Угу. Теперь сцеп надо найти. Блин, я сцеп не вижу, Дим. А, вон, наверное, там, да-да-да-да-да. Так, иди прямо. Направо. Налево. Направо. Прямо. Направо. Видишь цеп, Дим, где-нибудь? Да. Прямо рядом с тобой, да? На нее. Все, нажал. И трезубец теперь нужен тебе. Где если он? Ты сейчас все время... А, ты прямо не можешь идти сейчас. Могу, могу прямо идти. Один раз прямо. Почему я не могу идти? Потому что там у тебя нарисован крестик, видишь, на второй, который у тебя. Ну и что? Один раз прямо. Налево. Направо. До конца. И до трезубца. Вот. А если бы ты прямо пошел, там бы ты на крестике упал бы. Да нет, это неправильно. Это просто специально пугает, на самом деле не работает. Бля, теперь нужно все делать гораздо быстрее. А что я все? Я хочу тоже походить. Ой, Дим, стой. Здесь очень душно ходить с этим мячиком, потому что он не, этого, не бегает. А, проблема. Какая? Тут почему-то две ячейки, и одна пока закрыта. Так, запоминаем чатик. Первое. Шлем, меч, топор, шлем, веревка, петля. Имеется в виду. Запомнили? Шлем, меч, топор, шлем, петля. Запомнили? Да. Теперь, подари, я включаю и смотрю, что теперь происходит. Шлем? Давай, Дим. Блять! Ты неправильно мне подсказал. Походу, дела нет. А, может, это теперь... На... Стоп. Я не знаю, почему я пошел к шлему и упал на мече. А ты, то есть, ступил на другую? Ну, а я не могу до шлема дойти, не наступая на другую. А, все, Дим, все, я понял. Короче, сейчас нажимаю и скажу, как идти. Только не торопись. Так, на меч наступи. Иди к шлему. Ладно, значит, на меч не надо было наступать. Все. Значит, нижний на то, на что нельзя наступать. Ты наугад говоришь или что? Не-не, у меня два просто. Там непонятно, на нижнюю, которую нельзя наступать, или на которую можно. На нижнюю нельзя наступать. Все, давай. Угу. Давай. Подожди ты. А что не включается-то? Ну запускай. Куда мне? На так, биту? Ты не можешь наступать, если что. Ну давай, иди к мечу, к мечу. На кинжалу, кинжалу иди, кинжалу. Через что идти-то, блядь? Не наступай на серп, на трезубец нашли, на доспех. Кинжалу. Серп, не наступай. Да что стоишь-то? Шлем, трезубец и доспех? Нет. Ну ладно, все, Дим. Я понял, ты там растерялся. Я растерялся, бля. Иди, говорит, к кинжалу. Заебись. Я растерялся. Нормально, нет? Да ты растерялся. И ты говоришь, всё. Иди на кинжал. И что, блядь, мне делать? Я тебе сказал, по каким мне идти. Ты вот мне сказал, по каким, я и не пошел потом. Сейчас, сразу идешь на топор, но скажу, по каким мне идти. Давай. Где топор-то? Я же не вижу его. Топор. Слева тебя вдали практически. Видишь его сейчас, нет? Он прямо около выхода слева? Ну, да-да-да, недалеко от выхода. Около выхода или недалеко от выхода? Недалеко, в одной ячейке от него. Через ячейку? Да. Слева. Все, готовься. Я скажу, почему нельзя идти. Нельзя идти по щиту, по молоту, по доспеху.
Щит, молот, доспех нельзя. Я не успеваю. Да успеешь сейчас, нормально, 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 нормально. Нажми. Да я не могу бегать. Фух, нормально, все. А. Кинжал следующий надо будет. Почему нельзя идти? Потому что всему щит, молот, доспех. И все? Но если не поменяется, подожди, может она будет меняться каждый раз, кто их знает. Она меняется. Хвали быстрее говори. Доспех, петля и этот нельзя идти. Иди на щит. Потом иди на гильотину. На мумию. На трезуберс. И на кинжал. Да все, хватает времени какая. Много. Да. Следующая сцеп. Скажу, почему нельзя идти. Ты мне лучше говори, куда идти. Давай. Потому что мой маршрут не виден практически. Так, доспех, ага. Так, трезуберс. Мумия. Гильотина. Щит. Топор. Сцеп. Может быть, после того, как стрим закончится, обработается, появится сначала, потому что стрим я перезапускал, но по идее, должен идти на этом же видеофайле. Следующая меч будет. Нельзя по гильотину, шлему и топором. Щит. Ой, щит? Доспех. Доспех, серп. Мумия. Это не мумия. Да мумия это. Булава. Это бита. И меч. Все. Все, осталось последнее. Фух. Самое жесть сейчас будет провалиться. Так, нельзя идти по мечу, доспеху и гильотине. Я на мече стою! К серпу. Нет, тебе надо к сепу идти, к сепу. А, шлем. Щит. Серп. Кинжал. Веревка. И сеп. Ух, нормально. О, какие сложные, блядь, гладиаторские бои. Ну сейчас тебя убьют. А меня за что? Ну так что он говорит, что никто не может сбежать из опыта. А, мо, положить надо шарик. Ой. Победили, что ли? Да. Ой, блядь, бегать можно, наконец. Это не конец? У меня тут кто-то спрыгнул только что передо мной. Скримеры, здорово. Давай камень, ножницы, бумага. Чего? Камень, ножницы, бумага, давай. На счет три. Давай. Раз, два, три. Я выиграл. Почему ты это выиграл? Я. У меня бумага была, у тебя камень. У меня были ножницы. Да не, у тебя ножницы что-то. Были ножницы. Так, а что, думаешь, ты заперт туда. И все? А вот туда спрыгнула хрень это. Так это ж не конец, что ли? Это долгий уровень-то или что? Не знаю. Побежали. Так-то да, надо делать перерыв, если тут так долго. Так, стоп. А, давай, ты туда, я сюда. У меня тупик. У меня нормальный проход есть. Бля, я упал. Да, правильно, все. И дальше там идешь, опять прыгаешь вниз. Вроде бы. А ты чего убежал так далеко? Да я просто бегу. Я в воде. Кинул меня в каких-то грибах. Так.
А мне любопытно, в пещерах реально грибы все время растут? Откуда? А то везде показывают. Да грибы-то, это же плесень. То есть мы едим плесень? Ну да. Пицца с плесенью? Ну да. Ой. Все, выход, походу. Ага. Красиво. О, видал, видал. Пошли. Рыцари. Открываем. А, музыкальная шкатулка, это я понял. Ну мы типа победили, получается? Вон там рука какая-то большая. Ты слышал? Неужто эти крысы явились? Посмотри на них. Совершенно ни о чем не подозревают. Ох, только не надо дергаться, хорошо? Прошу прощения, что принимаю вас в таком состоянии. Конечно, надо было бы прибраться, но эти узы не могут быть разорваны. Лишь только мой король может меня освободить. Покаяние. Он это называет покаяние. Ну да, понятно. А чё, чё, босс будет? Слышал? Сейчас дадут автомат и будем разъебывать. Его душа стала единой с этим замком. Понимаете, мой король? Он, мой король видит, видит, он все видит. Но вас-то он не видит. Прелестно, не правда ли? Ваш главный дар — это то, что вы совершенно непримечателен. Чё? То есть, в отличие от меня, весьма практичен. Что же? Пошел вперед! Смейся, как безумец. Где-то сейчас битва с боссом будет. Блять, тут просто писали то, что в эту часть завезли какие-то битвы с боссами. Тут какие-то порталы захуярили. Да. Я. А мы можем не ходить, что ли? Ой, я зашел в первый портал и вышел. Из первого. Там же. А я из пятого, да. В пятый. А вот тут еще можно направо-налево ходить. Так, стоп, а куда нам надо-то? Ну, я вот, наверное, во второй портал поднялся. Здесь какие-то мосты можно поднимать, опускать. У меня оба моста, короче, подняты, и не могу на них наступать. Так, вон я тебя вижу. Да, я вернусь. А ты где, Дим? А, вот вижу тебя, пятый. Угу. Так, а я могу тебе опустить как-то его? Можешь. Смотри, я... Потому что я ничего не могу сделать сейчас. Ну-ка. Так-то надо перерыв сделать, ты в курсе? Давай. Да, давайте сделаем перерыв. Угу. Вот вам страшную картинку, я сейчас подойду. Так, я пока поищу. У меня какая-то монета. Мне кажется, Димке надо зайти опять в пятый, и он выйдет в пятом, в другом пятом. Нет. А как ему опустить? Мы надолго туда? Нет. Я думаю, еще где-то полчасика-часик поиграем, и все. Даже поменьше часика. Блин, пить хочу. Да чё, сейчас будет сложно. Дали изи. Мы все на изи проходим, чатик. Не переживайте, все будет легко. Так. Сейчас я настрою кое-что. У Димки почему-то иногда микрофон пшикает в Дискорде. Надо, кстати, разобраться, из-за чего так у него. То ли у него усиление где-то стоит. То ли что-то еще. Это у Димы, видимо, понял. Будильник. А вот видите, как Дима поздно встает, просыпается. Вот поэтому серии так плохо. Во, теперь нормально все будет.
о чем Дима поговорил, я его услышал в итоге. Недавно пробовали пройти эту игру с другом, у меня нет больше друга. Да ладно вам, а? Мы-то люди с образованием, мы-то знаем, как это все дело проходить. А не, мы не застрянем. Через 15 минут я ненавижу эту игру. Так, ладно, ну посмотри, где еще можно по самому бэка найти. А, во, что-то нашел, взаимодействие все нашел. Во, я Димке опустил, да? Ага. Все, изи. Только я не очень понимаю, почему... А где Дима еще подойдет? Перерывчик. О, ну вот и Дима. Я понял, я тебя опустил. Чего ты там про мой будильник говоришь, я не понял. Алло. Будильник у тебя только что работал. Так это, чтобы не сходить... Ага, ну, так, подожди, мне надо еще эти донаты прочитать. А, давай, давай. Их, походу, долго. Будешь давай. Слушать? Да ладно, что-то. Может, наедине. А то тебе там интимные вопросы, может, задают, а ты такой. Ну да, на весь Твич. Так, ладно, все, я мьючусь себя. Давай, давай. Значит, смотрите, работяг, спасибо, привет, Дима, желаю тебе хорошего настроения, удачного стрима, ты лучший, спасибо. Макс Веселов, удачного стрима, хорошего настроения, веселья, спасибо большое за все, спасибо. Счастья тебе, мы тебя любим, спасибо. Яна Немова, спасибо за то, что ты есть, спасибо. Галкуша, привет из Новосибирска, здравствуйте, Новосибирск. Лира, так, а в прошлой части вы не играли? Нет, не играли. Елена Францевна, 5000 рублей, мажоры в чате. Спасибо, Дмитрий, смотрю ваш канал с августа 2013 года. За 9 лет много изменилось в моей жизни, новые ваши видео были со мной всегда. Большое спасибо за сей контент. Спасибо, Елена Францевна. 5000 рублей, мажоры в чате. Мажоры в чате. А, вебку забыл. Здрасте. Че, потеряли меня? Бывает. Так, Санчес. Здорово, Дмитрий. Я хотел сказать вам, что Вова достаточно известный стример на Twitch. Посовестить лучший друг Жесус. Хотел с вами построить... Но вы ему не отвечаете. Чего построить? Отношения? У нас что, дом 2? Валерка, привет, смотрю тебя уже около 4-5 лет. Всегда радуюсь твоим видео. Очень приятная атмосфера тебе и всем близким. Крепкого здоровья. Катя с Дангаринск. Привет. Дангаринск, если Дангаринск. Можешь передать привет Борисовой Лере. Привет Борисовой Лере. Ладно, да. Но больше привет не передаю. Натуся на шоколадку. А Алексей Ёжик, спасибо. Валентин, спасибо за... Что он там делает? Спасибо за отличное настроение. Первый видос, который мне показали, это был симулятор матери. Чуть пузо не надорвал от смеха. Аккуратнее там. Сателлит. Дим, спасибо, что дали шутную атмосферу. Уже столько лет, побольше тебе интересных игр. Ждем страшных визуальных новелл. Ждем, да, было бы неплохо. Иван, привет из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Нижний Новгород. Так, Кики, как хорошо, что у нас есть ты, Дим. Спасибо за все, спасибо. Работяга, спасибо за все, что ты делаешь. Спасибо. Валерий Липатов, 5000 рублей, мажоры в чате. Приветствую, Дмитрий, приветствую, Дангар. Заметил стрим, никак не могу пройти мимо. Очень ждал вашего совместного стрима. От души вам благодарность, хорошие игры. Спасибо. Спасибо, Валерий Липатов, мажоры в чате. Карина, привет, приятного тебе стрима. Смотрю тебя уже около 3 лет. Уже заканчиваю школу. Скоро у меня научится ЕГЭ. Пожелаю удачи. Спасибо тебе за твои видео. С них помощью, чтобы поддержать настроение. Всем, у кого ЕГЭ, ОГЭ, МГЭ, ПГГ, блять, все что угодно. Всем удачи, все сдавайте. Хватит сидеть на стримах, идите учить, готовьтесь диплом. Так, Лия Милкис. Привет, дорогой Дима, мы тебя очень любим. Я бы хотел, чтобы ты поздравил с днем рождения мою лучшую подругу Софи Зеро. Ей исполнится 18, твое видео всегда поднимает настроение. Софи Зеро, с днем рождения, с наступающим или наступившим. В любом случае, да. Карина Беличенко, мы первый донат в жизни, безумно люблю тебя и твое творчество. Смотрю тебя 24/7, даже на работе, жаль, не узнал о тебе раньше. Только твое видео спасает меня от депрессии и одиночества. Да ну ладно, надо искать в жизни что-то еще более веселое. Так, Кирлиц, спасибо. Катрина Райская, привет, будет ли еще стрим по фазмофобии? Я не знаю, не знаю. Так, Артур Мустафин, привет, Куплинов, когда будет фазмофобия, Майнкрафт, передача, пожалуйста, привет Артуру Мустафину. Артур Мустафин, привет тебе, я не знаю. Не спрашивают про игры, пожалуйста. Так, Ено, Дмитрий, приветствую, подписан на тебя не так давно, приятно смотреть твое видео, спасибо. Так, Кира, когда мне больно было и грустно, ты спасал меня, герой, спасибо. Так, Шанталия Кейр, 1000 рублей, мажоры в чате. В темные времена хорошо видно светлых людей, спасибо за вашу улыбку, пожалуйста. Да. Так, Блэк Джек, это, к сожалению, мой первый и последний донат, но
Я сказал «но». В нем я пожелаю тебе счастья, здоровья, успехов, короче, мозг. Ага, просто, ага, от души Блэкджек. Спасибо, не ругайтесь, Блэкджек, так не культур. Спасибо, не геймер. Дима, только прошу, не тупи, как фэг... Так, слышишь, ты, не геймер. Ты сейчас будешь не геймер, не будешь не зритель, не будешь не фалы. Забаню тебя, понял ты? Не надо мне писать. Что ты же? Надо Ангару-то передать. Так, тебе, короче, пишут, во-первых, привет, а во-вторых, тебе сказать, чтобы ты не тупил, потому что очень долго решаешь загадку. Да, в смысле? Я а я что виноват? Ну так тебе написали, ну так тебе написали. Я ничего не знаю. Написано «Дима», в скобках «который Дангар». Только прошу, не тупи, пожалуйста. Написано, вот не геймер. Запомни, ник запомни, не геймер. Это от него тебе, если что. Так, все, я пошел. Смотрю, с трех миллионов подписчиков, спасибо за творчество. Спасибо, кстати, за подписки, за ваши переподписки. Да, они мне здесь нигде не показываются сейчас почему-то, но это... Дим, вот эту крутанину, да. Так, стоп. Зайди в шестерку. И где-то вышел. У меня в шестерке. Я вон на другой стороне, вот найти, далеко, а? Далеко назад повернись. Я далеко, вон, вот вижу, здесь, да. Вот. Вижу. Так, сейчас мне надо покрутить красненькую. А, Дим, крутани еще раз зелененькую. А ты уже выстроил маршрут, нет? Ну, более-менее. Так, я в троечку захожу. Так. А покрути зелененькую. Да ёпта. Я уже пошел в другую сторону. Крути. Как понять, крути? Она рядом с тобой. О, нажми на нее. Она не работает больше. А сейчас? Сейчас работает. Я понял, подожди. Обратно. Ну-ка, нажми. А фиг там. Нажимай обратно, я в тупике. Так, мне надо найти так, чтобы тебе покрутить. А какие рядом с тобой есть? Красный. Ну, ты пошел к шестерке. Там был сердечки. Ну, красный. А, крутани еще раз, я вернусь к красной, то будем тебя пока проводить. Еще. Давай, иди тогда к той. Там красненькая, да? Да. Повернул. Поднялся куда-то? Да, теперь спусти меня обратно. Не могу, пока ты стоишь. Ну, здесь тупик. А там зелёный... А, тебе надо вернуться, тебе надо зелёненькую не повернуть к себе. Угу. Вот, ты к восьмёрочке пройдёшь, отлично. А мы куда вообще идём-то? Куда-то, видимо, к девяточке какой-нибудь. Давай, заходи. А, вот вижу, где ты. Так, мне тут теперь жёлтые. Надо... Тебе надо вернуться и зелёную поднять. А как? В смысле? Не, стоп. Ну я к зеленой могу вернуться. А, нет, я тогда не смогу подняться. Нет, тогда ты не сможешь подняться. Так, значит, мне надо поискать зеленую себе где-то. Здравствуйте, да. А ты видишь с моей стороны где-то зелененькую? Ну вот, у тебя зелененькая. Чтобы я мог крутить ее. Я про это. Нет. Я вижу двойку красненькую, и все. Ну-ка, сейчас я круто ночью произойдет. Ты где? Там же и стою, вот. Попрыгай, а, вот вижу. Войди обратно в восьмерку. Так там нет у меня ничего нажать. Приехали. Так. Да это что-то как-то сложно где-то. Уже пошло, блядь. Да не, подари. Да ничего сложного, ну-ка. Сейчас подниму тебя. Куда ты меня поднимешь? Вот, иди обратно туда, к шестерке, ты прыгнешь тут, и я... И как сделать тогда? Куда идти? Какой шестерке? А, вниз. И чё? Заходи. У меня только зеленая крутилка, и все. Нажми зелененькую. Может, мне надо пройти? Подожди, сейчас. Подожди. Может, мне надо пройти тоже? Ну-ка, нажми зелененькую. Так.
меня вот тут какая-то дырка непонятная. Так, стоп. А нажми зелененькую. Я вообще ни одного переключателя отсюда не вижу. А, нет, тут вижу красный. Нажми зелененькую, нажми. Все, правильно. Бред какой-то. Так, я сейчас вниз телепортнусь. Вот, все правильно. Отлично. Теперь мне надо желтенькую повернуть. И все, я вижу зелененькую. Все, Дим, теперь... Иду к зеленой. А ты где? Мне зеленый надо нажать. Зеленый, нажимаю. Во. Теперь что, в восьмерку захожу? Да. Мне теперь надо желтую. Нажимаю зелененькую. Угу. Желтую или зелененькую? Желтую. У меня тупик в желтый здесь. Ща. Теперь зеленую. Блин, отойди с нее. С желтой? Да. Теперь зеленую. Нет, мне нужно желтую, а потом зеленую. Да, я понял, мне надо сначала зеленую включить, а потом желтую уже. Я не могу так. Вот. Во! Теперь мне нужна синяя. А вот здесь могу спуститься на желтую теперь. Давай. Но здесь ничего нет, здесь тупик. У тебя нет никакого управления, да? Вообще ничего нету. Нету. Все, я желтую снизу спущу, подарка. А желтую мне не надо. Мне нужно синюю. Так синюю у меня тоже нет нигде. Подарик, Диму. Вот синий у тебя прям под тобой. Прям подо мной, а как мне к ней спуститься? Тебе надо в портал в четверку. У тебя есть четверка где-нибудь? Да, вот тут внизу. Но я к ней пройти не могу. Тебе надо мне в четверку. Надо. Так ты видишь, что ты... Ты видишь, где четверка? Ты мне говори, куда идти, где что поворачиваешь, чтобы мне к ней подойти. Как я тебе говорю. Интересно, блядь. Ну, тебе надо наверх, но там тоже синее. Здесь нет дороги. А, вот, а, ну да, ты спрыгнуть не можешь. Так я не понимаю, как тебе пройти, тебе нельзя пройти никак. Еще. Блин, зеленую повернул. Это бесполезный забег. Тебе нужно в четверку, а она у тебя вот тут. Я понимаю, сейчас... Вот, теперь ты сверху можешь спуститься, но наверх тебе подняться никак не получится. Куда ты убежал? Не, я не могу там пройти никак. А мне надо, чтобы ты тоже мог переключать. У меня нечего переключать. А ты не можешь, да, никак? Я не думаю, что здесь надо возвращаться вниз и опять какую-то хуйню выдумывать. Да типа такого наверняка оно и будет. Вот у тебя есть зеленые. Да. Но толку от нее ноль. Под тобой четверка. Под тобой четверка и чуть впереди под тобой четверка. Два портала. На одной четверке есть синенькая крутилка. Но к ней ты никак не попадешь. Ну ведь как-то нету. Ведь как-то оно проходится, подожди. Ну, наверное. Надо понять как. Мы же не такие глупые, чтобы не понять это. У меня глаз уже просто охуевает. Надо заканчивать, наверное. Да подожди, смысл заканчивать, да мы должны это решить. Да у меня глаз уже устал, и он чешется, прям не могу. Да сейчас, подожди, ну блин, ну, я не усну теперь. Так, давай я за тобой наблюдаю, посмотрю, что у тебя еще может выходить. Я просто не понимаю, как бы тебе никак к ним не пройти. Вот в этом прикол. К ним нет портала, к ним нет ничего. То есть тебе нужно пройти сначала вот на эту четверку.
К ней ты можешь пройти только через желтую. Но к этой желтой нет дороги. Я, по-моему, понял. Подожди. Тебе надо, Дим, спуститься... А, тебе надо пройти на тройку. А как на нее пройти, тоже непонятно. Дима, спустись вниз вон туда. А, так все понятно, подожди. Тебе нужно сейчас повернуть желтую и спуститься вниз. И? Ну, царь повернул, спустился. Спустился вниз. Да. Теперь спускайся еще вниз. Да. И тут тупик, потому что... А теперь нужно сделать желтую и зеленую. Но у меня желтой нигде по дороге не было. Сейчас, я понял, как делать. Да. Ты сейчас в тупике будешь. Так, сейчас. Тебе надо направо. Да, тебе надо направо. Иди направо. У тебя там тупик, да, сейчас будет? Да. Я просто там не вижу, что вообще нет никакого прохода, ничего. Да. Сейчас. Ничего не поменялось. Теперь у меня и выхода нет. Блин, все. Возвращайся, заходи в седьмой портал. Так это я назад иду. Мне надо как-то так. Ты к восьмерке идешь. Ну. Зайди в восьмерку. Так я просто возвращаюсь назад, это бессмысленно. Подожди-ка. Ты меня гонишь тупо назад. У меня, блядь, здесь ни одного рычага нет, кроме зеленого. И все, вот у меня есть рычаг, зеленый рычаг, все. Ты где? Я вот здесь вот. Там, наверху. Ну и что мне видишь делать? Видишь меня? Да. Тебе надо до девятки довести как-то. Вот пытаюсь понять, как. Вон зеленая есть снизу. Тебе надо сейчас... А рядом с тобой красная, да? Все, понял как. Крутани зеленую. Крутани зеленую. Я надеюсь, что желтую правильно мы оставили. Вот чем я спекол. Надо, главное, чтобы зеленая, желтая правильно осталась. Крутани. А, в смысле, стоп. Ну, крутани. Да бред какой! Как мне обратно красный-то вернуться? Ты можешь поднять, вот пройти в портал, ты поднимешься наверх, но там тебе будет мешать желтый пройти. Блин, обратно красный. Если бы желтый был наверх, ты бы сейчас прошел к синему. Если бы желтый был наверх, а я тогда себе перекрою, если переверну. Вот, ведь это не решается нихуя. У меня за всю дорогу был только один рычаг. Поднимись зеленый еще раз. Я вот сюда вот становлюсь. И подними еще раз. Блин, я с обоих сторон тупик. Как так-то? Что за бред? Ну-ка, подними зеленый. Вот, наконец-то. А зачем тебе в двойку? Так, мне надо вот этот вот. Ну, мне в пятерку идти? Подожди. Подними зеленый. Вот. Иди вниз. До конца, до самого. Попробуй. Тупик. Че, блядь, игра, нахуй. Я смогу тебя спустить. Ну-ка, проходи к... Вот, ты спускаешься. Вот, ты до девятки так дойдешь, отлично. Как? Так, иди обратно наверх, к зеленой иди.
А, поверни зеленую на секунду. Во! Заходи в шестерку. Все, заходи обратно. Все, понятно. Все, сейчас все проложили правильно, теперь пройдем. Вот нажимай зеленую. Теперь мне надо просто обратно вернуться к зеленой. А не туда. Стоп. Зеленую нажми. Нажми зеленую. Нажми зеленую. А, нет. Стой. Что заебало, ты придумал? Да все нормально, все нормально. Так. Что происходит? Я не знаю, что происходит. Зайди в шестерку. Мне мешает зеленое там пройти. Да, я понимаю, вот. Ничего же не меняется. Дангар вошел в азарт, да? Хуй остановишь теперь его. Да все, подожди, практически. Нам надо тебе когда семерку сейчас переместить. А как мы тогда семерку перемещали, не помнишь? Иди обратно. Тебе надо семерку попасть, Дим. Иди в восьмерку, заходи. Где ты, попрыгай. Ага, вижу. Так, а желтую тебе надо поворачивать, я понял. Давай, иди. Блях. Что, ничего не поменялось? Стоп, почему ты из восьмерки попадаешь не в девятку? Потому что я иду в семерку. Все на том же месте осталось. Мне нужна синяя. Попробуй желтую нажать. Все, я в тупике опять. Стой в этом тупике. И у тебя ничего не меняется, да? Дангар сейчас заплачет. Я сейчас тоже заплачу. У меня глаза уже просто в ахуе. Ну, ё-моё, ну, подожди. Блин, давай закончу, у меня глаза уже охуевают. Зайди в семерку, просто один раз на восьмерку еще придешь, и все. Зайди в семерку. Да, вот так вот, и ты сейчас окажешься в восьмерке. Да заходи. Я здесь уже был. Шестерку. Чего шестерку? Иди. Вот иди в шестерочку. Зашел? Где ты? Я в зеленый. Вот, все, наконец-то. Вот сейчас все правильно, наверное. Смотри, сейчас почему дорожка идет к девятке. Ну, она, сука, врывается где-то. Мне говорят, что у меня между семеркой и восьмеркой есть платформа, и мне надо там остановиться. Понимаешь? Давай. Да. Ну, включи мне обратно зеленую. Включил. Где вот эта платформа? Это не платформа.
Нет, я не имею в виду вот про ту, которая в тупике была. В каком тупике? В восьмерку заходи. Че, придется обратно пройти? Вниз прыгнуть, блядь, было бы можно, мы бы уже давно закончили. А че она не поворачивается? У тебя желтая рядом или какая? Желтая, да. Сейчас, блин, подари, подари, вернись мне на зеленую. Поднять. Вот тут могу встать. Ну, это просто... Нажмешь вот зеленый, форма. Я поднимусь повыше. Ой, наконец! А что сразу ты не сказал-то, а? Я вообще не знал, я просто бежал. Давай, Икси, не подходи. Подошел. Ой, нажимай. Сейчас я включу все, как надо, чтобы было. Нажми синюю. Так зачем тебе синюю? Не знаю. Чего дальше-то? Ну-ка, может, тебе надо себе синюю нарочу перейти куда-то? Ты видишь у меня где-то синее? Под тобой прям. Подо мной. Но у меня здесь тупик, судя по всему. Так, синяя, синяя. А девятая у тебя к зеленому. Все, Дим, по-моему, все. Вернись в девятую. И у них дорожка никак не пересекается, ни смысла нет. Просто мне надо как-то отсюда выйти тоже. Теперь. Мне надо для того, чтобы я отсюда смог выйти, мне надо зелененькую перекрыть. Это сложно, да. Ты бегаешь по тупикам? Да я понимаю, я понимаю. Я пытаюсь понять, как что тебя покрутить, чтобы я попал. А если ты в девятку зайдешь, ты никак не сможешь к зеленой пройти быстро, да? Да. Ты все равно к зеленой быстро не пройдешь. Я просто, я же не вижу свои цифры, я не понимаю, куда мне идти. Все, сейчас, все, дойду до туда, если ничего не получится, все. Все, в тупике. Ты сейчас где? Вот. Где? К желтой подошел. Напротив тебя прям. Вижу. Тебе теперь просто надо мной куда-то рулить. Так у меня не было, у меня за всю игру вот два рычага, синий и зеленый, у меня больше не было рычагов. Тебе сейчас надо, чтобы ты мог управлять и зеленым, и синим, но как это сделать? Я не знаю. Так, смотри, а вот ты вот. Я опускаю вот это, ты можешь пройти вот сюда. Ты все равно до рычага не найдешь, и ты опять взять синего уйдешь. Ты понимаешь, что у людей в чате уже голова болит? Да мне тоже! Ой, ладно, видимо, мы не справимся с этим сейчас. Странно, блин, я потом вот уверен, посмотрю тебя на стриме, все пойму. Просто я не понимаю со своей стороны. Вот почему нельзя, блин, на секунду отодвинуть камеру и от тебя посмотреть?
Я понимаю, что так, стоп, я буду все нерешать наверх. Ну-ка, еще посмотрю, что поменяется. Ты пока на донатики поотвечай, все нормально будет. Думаешь? Ладно, давай. Подвижай, подвижай пока. Ладно, пока ты бегаешь. Так, ты идешь сюда в 9. Так, значит, групп, значит, привет, смотрю, тебя с самого детства, всего наилучшего тебе, спасибо. Да ты можешь без этого, без микрофона, Дима. Нет, так лучше будет думаться, смотри. Я башка так не варит, когда... Подожди. Ладно, так, Санчес, я хотел сказать, что Владимир Братишкин хочет постримить с вами, но Т9 исправил на построить. Он сказал, что писал вам, но вы ему не ответили, а также с вами хочет постримить. Deep02, я вам 100 раз говорил, я не стримлю с незнакомыми людьми, и мне некомфортно стримить с незнакомыми людьми. Незнакомые люди — это не партнеры для стримов. Незнакомыми людьми начинается... не то совершенно, понимаете, это не то. Так, Катя Б, значит, Дмитрий, спасибо огромное, что ты есть и неизменно радуешь нас, сердечко, спасибо. Такос, привет, смотрю твое видео, 9 или 10 лет. Отлично, выходят они и не 9, и не 10, но ладно, а то и больше, говорит нам Такос, хорошо. Все в жизни поменялось, универ закончила, работу дважды сменила, а видео так и поднимает строение каждый день. Спасибо за творчество. Вот и как человек потерялся во времени с этими работами, сменами и прочими, что перепутал 8, 7 и 10, наверное. Так, Виталий, значит, 1000 рублей. Здравствуй, Мила, очень рад, что ты работаешь, снимаешь видоискатель для нас. Спасибо большое, такой вопрос. Ты не собираешься переходить на Рутубе? Просто очень интересно. Я об этом не думал. Так, Бениф, Дим, привет, я для тебя куплю игру Deus Ex. Не надо мне покупать. Кстати, если какие-то игры недоступны в твоем регионе, могу с этим помочь. Хорошо, будем иметь в виду. Так, ценитель высокого искусства. Дима, огромное спасибо за твои видео и в целом за поднятие настроения. В своих видео ты часто говоришь важные советы. Нужен плейлист с этими советами, чтобы смотреть видосы и еще и впитывать правильную инфу. А зачем тебе плейлист? Ну, смотреть все видосы подряд, и будут тебе все вот эти советы. Так, Илюшка, передай, пожалуйста, привет Севе Кольчуку. Спасибо. Сева Кольчук. Привет. Да. Все. Так, все, донаты больше не кидайте, я больше их... Я понял! Да. Наверное. Да. Все, донаты больше мы не читаем, потому что мы заканчиваем. Давай, вот попробуем сейчас, если получится, это буквально минуту. Давай. В 9-ку заходи. Захожу. Зашел. Сейчас пущу тебе, да, эту... Идти? Иди. Иду. Да. Стоять. Так, и... у тебя там ничего нет, да? Нет. Подари. Стоять. Идти? Сейчас коробка дойти. Иди. А куда? До конца? До 7-ки, да. Дошел. Заходи. Захожу. Заходи сюда. Зашел. По зеленой. По синей. Назад меня. Сейчас синюю включу и пройду по синей здесь наверх. Назад меня пусти. Да подожди. Тут. Все, тихо, назад меня пусти. Назад меня пусти по зеленой. Давай. Зеленую тебе поднять, да? Да, зеленую подними мне быстрее. Неправильно, не сработало. Сейчас я желтую пока вот. Все, стой на месте. Ага. Так, все, этот. Вот так. Теперь мне зеленую включи. Все, не могу здесь пройти, что-то неправильно включил. Зеленую, ну так, стоп, а ты где? Я вот. Желтую сейчас включу. Давай. Да. В смысле, а почему синяя переключилась? Потому что ты ее переключил, ты же понимаешь, все одновременно. Подожди, в смысле? Мне синий никак не мешает.
тебе надо меня провести, короче, по синим, но это долго. Подожди, так это бред, как, а почему я один раз синий только нажал? Ой, короче, нахуй скажи, пиздуй эту игру. Все, блядь, это не веселая игра, Дангар, ты всех обманул. Ты сказал, игра веселая, будем смеяться, а тут пиздец какой-то. Да не было такого. Я тебе было? Сказал, ты сказал, вот игрушка какая новая, смешная, забавная, да лучшая в мире. Да не было такого, я сейчас смотрю, что я тебе сам. Все, удали эту игру. Удали ее и уничтожь ее в своем упоминании. Проникни в свои познания. Эту хрень. Ну, все, блин, я ну, вышел из этой игры, нахуй я отсюда вышел. Нет, а вот так успел. А то там столько палевных, короче, ярлычков. Все, я вышел из этой игры, выйти, отклонить. Принять игру. Все, Alt F4 нахуй я нажал. Все, молодец я, блядь. Как это, зачем вообще, кто это придумал, блядь? Я просто не понимаю, это серьезно. Это же такой пиздос. Короче, смотрите, объясняю всем. Эту игру придумал Дангар. Но чатик говорит, что им весело. А я, блядь... А мой чатик говорит, что у них голова взорвалась. И я выключил уже игровой компьютер просто полностью. Спасибо всем, кто был на этом стриме. Спасибо. Спасибо всем, кто это терпел. Спасибо всем, кто это... Соответственно, донаты, подписки, ваши переподписки, суперстикеры. Так, привет Берри и Артему. Спасибо, Владимир Зинин. Вот, это последний. Я закрываю донаты, больше их не пишите. Я скажу вам еще раз, что у меня есть Телеграм, там я пишу про стримы. Там можете подписаться и смотреть не только про стримы, а еще я там всякое пишу, бывает иногда. У Дангара тоже есть Телеграм, Дангар есть канал на Твиче. Можете тоже в ссылках это посмотреть в описании под стримом. Я пошел, потому что я ебал, потому что мне не надо, потому что я больше не буду никогда в это, блядь, играть. Поначалу еще было интересно. Вот то, что придумали потом, это, пожалуйста, разработчики, играйте сами, да вам будет весело, люди наверное. Мы с вами люди с высшего, не можем какую-то головоломку пройти, вот мы не можем выстроить какую-то вот дорожку от одного до другого. Причем тут твоя высшее образование и фантазия разработчика, который придумал неебически что непонятное. Это совершенно разные вещи. Все, всем спасибо, кто был. Я поменяю сейчас настройки сразу в следующей трансляции, чтобы все было нормально. Всем пока, до свидания. Я End стрим нажимаю, и все, поехали. Давайте, всем пока-пока. Да.